Здравствуйте, здравствуйте. Видно, слышно? Рассказывайте. Читаю, пока никто мне не пишет, видно или слышно. А что это за такая шаловливая у меня прическа? Локон. Еще не могу, я зеркально, я не понимаю, в какую сторону мне смахивать, чтобы это ушло куда-то. Я думала, это симпатично, в зеркале было лучше, ребят. Мама пишет, видно и слышно. Мам, спасибо, привет. Мам, материться будем, ладно? Уходи, ладно? Или хотя бы не подавай виду, что ты здесь. Ой, спасибо, что желаете хорошего стрима. Ребята, ну, обосраться сегодня, конечно. И от страха, и от радости. Донатов сегодня не принимаем. Касса закрыта, потому что будем наслаждаться, насколько это возможно, процессом, чтобы ни на что не отвлекаться. Вот. Я потею. Какой ужас, боже мой, господи. Я потею, мне одновременно холодно, фу. Мама пишет, ладно. Мам, спасибо. Не знаешь, на что ты согласилась, но спасибо. Я жду. Сама не знаю чего, если честно. Мне дадут отмашку какую-нибудь, и мы поймем с вами вместе, что делать дальше. Я ничего не знаю. Так, что тут? У меня даже рука трясется. Я пытаюсь мышку держать, а у меня... немножечко стресса. Что там? Что там? Вопросы, с кем будешь играть? Сюрприз. 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 Что там? У кого-то завтра какие-то контрольные, какие-то очень ответственные события. Да ведь? Все готовы? Контрольным, потому что к тому, что сейчас будет происходить, никто не готов. Можете даже мне не врать. Чё там? Да, пишут. У кого-то каникулы. Это те, кто учится по 5 недель и потом неделю отдыхают? Вот эти вот счастливчики, да? Вот эти вот победители по жизни. У меня такого никогда не было. Более того, я училась еще и 6-дневку. Когда была в медицинском, у меня была 6-дневная программа обучения. У нас ВПР. ВПР. Я даже не знаю таких сокращений. Так, что тут? Я в колледже учусь. Ну ж это ж хорошо, а там грустный смайлик. Я готовлюсь к экзаменам. Да это еще плачущий смайлик. Наоборот же хорошо, что готовишься. Особенно вот здесь, вот, молодец. Так и надо готовиться. Хорошее настроение. Нам сегодня будет хуже, чем тебе. Не переживай. Ляль, чё ты тут хрюкаешь, меня подхрюкивает. Ляля, давай-ка я всех обрадую еще сильнее. Вот она застеснялась немножко, но ничего. Мы вот так ее, вот так обманули ляльку. А ее не обманешь, ты смотри, она прячется. Лялька, ну покажись, продемонстрируйся, какая ты у нас самая красивая. Ну, Ляль, ты куда прячешься? Ляль, у людей завтра очень важный день. Пожелай им удачи. Не хочет, ребят, простите. Вообще совсем не хочет. Ляля, ты что? No camera. No paparazzi. Ляль, люблю, конечно, тебя сильно. Что тут еще пишет мне? В субботу 8 уроков. Ну... наверное, это значит, что ты в большом классе, и скоро это закончится. Скоро ты закончишь школу, правильно? Так, я жду. Сейчас, подождите, давайте подождем вместе, пожалуйста. А да ты моя дорогая.
Чего ждешь? Чего жду? Да. Пока мне что-нибудь скажут. Пока тебе что-нибудь скажут? Конечно. Так я же сказал, мы сидим в Дискорде, заходи, как будешь готова. А я не понимаю, куда жмать. Вот. На Дискорд. Вот сюда прямо? Нет. А куда? А вот видишь, где мы? И вот еще. Вот туда и жмай. А зачем? А что, все уже, я подключилась. Все уже. Ой, приди, ребят, что мы... Ой, мы интимные вещи обсуждаем. Ёпту налево, закрываем, ребят. Привет, привет, всем привет. А, мы уже на стриме? Ой, а я не уже... знаю. В смысле? Слушайте, походу да. Вот такой сюрприз. Еще раз скажи, я тебя перекричала. Всем привет. Сегодня мы будем играть в Фасмофобию, ой, как чё, старые налево, добрые. Сори. Пипец, ребята. Яна, у тебя получилось починить твою проблему? А я уже в игре какой-то. Ты уже всех, все уже побеждаешь? Ну, я что я делаю? Я просто отвлекся, мне еду доставили. Что делать? Я не знаю, у меня, я вообще ничего не понимаю, я не знаю, куда нажимать мне. Тоже в игре. Для этого у тебя есть Егор. Егор! Нет, я нажму. А куда скажи? Ой, ребята, сумасшедшие. А что, мы уже начинаем? Мы уже начинаем? Ну, да, а чё? Так, объясните, пожалуйста, что вы видите? Давай сюда наушнички. Что еще раз говоришь? Прости, я не тебе, меня отняли, у меня уши. Нажми на Дискорд. Я жму на Дискорд. Пацаны, поговорите? Пацаны говорят. Да, алло. Чё ты видишь? Нормально их слышно. Очень так. Сильно даже, я бы сказала. Очень сильно даже, ты бы сказала? Ой. Я в помещении. Не надо, я тоже в помещении. Но это нормально, это меню. А, музычку всё, стоп. Да, вообще её нос. Я думал, я один, блин. Пудж, прекрати. Так близко не надо говорить, Егор. Нагоняет, он обстановочку создает. Обстановочку надо создать. Обстановка по кайфу. Нам текст нужен же какой? Правильно, вот Russian. Конечно, а то как же? А что значит речь? Ну, значит речь. Ла. И потише чуть-чуть звучок, чтобы игра не была слишком громко. И все. И зрители готовы. А ты включила звук с микрофона? С компьютера, с микрофона? Все, да, включено. Все, добро пожаловать. Игру видно? Видно. Спасибо. Всё. Господи, ребята, мне все сделали, спасибо большое. А как к нам присоединиться, разберешься? Чего? Как в пати к нам попасть, разберешься? Я попробую это сделать. Хорошо. Макс, я стал куриный бульон с типсами. Ой, этими типсами. Оговорочка по Фрейду? Не-не-не-не-не. Это куриный бульон с бургером. Да какой бургер? Ты че? Это бургер, пицца. Так, я на хелфи еде. Ребят громче пишут. Громче? Мы а тихи. Как? Мы реально тихони. Сейчас сделаю. Сейчас я звук рабочего стола сделала пожестче. Так надо поступать? Нет, не так надо поступать. Ребят, простите, технические шоколадки, конечно. Вот так вот, как гостей звать на стрим, так, пожалуйста, как технические... Ты нормально слышишь все, что я говорю? Я очень хорошо слышу. Ты очень хорошо... Нет, что я говорю. А сейчас? Нет, в Дискорде. А ты вообще говоришь? Давайте я сейчас говорю в Дискорде. Тогда я не слышу тебя. Реально? Я где-то в озере. Подожди. Ян с Максом больше... Громкость ты мне попробуй сказать что-то потом, а меня нету скажу. Громкости пользователя, представляете? Чего-чего? Ничего себе, сейчас. Все опять сломалось, ребят, в очередной раз еще сильнее, я так понимаю. Ну, это традиция, это нормально. Короче, можете через минут 30 заходить, только тогда мы начнем играть. Блин. А вы меня слышите на Дискорде? Теперь да. Ну да. А почему да. Ты говорила, что не слышишь меня? Я потому что забыла. Все время. Чего? Я забыла. Она забыла твой голос. Я забыла, слышала я тебя или нет. Пишут, все нормально. Да сейчас Макс будет орать от страха, вы все услышите. Чего?
правой кнопкой мыши на да. ребят и громкость пользователя. То есть правой кнопкой мыши на вот этих всех ники я не буду произносить. Да, я вот так раз говорить. Сделала. Сейчас сделала два. Вот так. И сейчас... Да. Да, на тебя, правда, Егор, не получается, не работает почему-то, ты особенный. Потому что у тебя мой аккаунт сейчас. Ты нажми на... Ты себя сделал вообще очень сильно громко. А хотя пишут, что Егора плохо слышно. Ты давай погромче, давай, покричи. Дай шуму. Ну да, Егора какой-то такой, тихоня. На последней партии. На последней партии. Я в говне. Да. Как удобно. Да что ж такое, всех плохо слышно, ребят, я же сейчас... А может они надо мной издеваются, вы знаете, они мне сказали Alt F4 нажать, когда я в игру играла. Что ты такое говоришь, мы никогда не будем разыгрывать своих друзей? Да, это правда. Я про тех, кто в чате. А-а-а. За них я не отвечаю. Повидите, в чем проблема? Может быть они... Можно я тебя подвину? Да божечки, меня еще и двигают. Вот так. Вот это я возьму. Вот сейчас норм пишут. Вот сейчас норм. Ну как хорошо, что эти проблемы есть. Я пока жру. Господи ты, боже мой, помилуй, прости. Ну давайте, я-то готова уже хоть к чему-нибудь уже, а вы? К реальному. Так, а вот мне Настю нужно потише сделать, иначе если она начнет орать, то это будет... А у меня все идеально, нормально всех слышно. Так, а Настя... А, я понял, на каком она аккаунте, окей. Продиктуй, чтобы для точности, для верности. Да ладно, все, короче, я думаю, что... Можно? А Егор что-то не отвечает. Ладно, а чё, как вы думаете, как зайти в пати? Вы знаете такое, как... Так, ну я сразу поясню, ребят, что я в эту игру очень давно не заходил. Не самый последний раз, но почти самый последний раз. Это было как раз, когда мы с Настей видео по ней снимали. Так что тут столько всего нового понадобавляли, что мы будем играть как в первый раз практически. Я тоже поясню, я ни разу не играл и даже не смотрел почти, поэтому... Я вообще хз, что делать тут? И как вообще управление даже какое здесь? А я, несмотря на то, что играла, вообще ничего не... А у меня хорошая картинка. Простите. У меня картинка в игре. В игре красивая картинка у меня. Ой, блин, вам же не видно мое имя. Блин, тем, кто... Ладно. Теперь уже пишут, что лагают. Все, ребят, нет, простите, ничего не могу сделать. Я тут все, на этом мои полномочия, все. Егор уже где-то пропал, я его вообще не слышу. Вы его слышите? Он что-то вообще говорит? Ну, слушайте. Нет. Егора молчит. Он что-то говорит, но мы его не слышим. Ебёна ваш, ребят! Ну, Настя, ты пока это, поотвечай на вопросы зрителей, как говорится. А я пожру, а Макс там свои дела поделает. Так стрим и прошел. Бедный Егор, он там раз-два кает, а мы его не слышим. Это парень был из тех, просто любил жизнь. Да, давайте посидим, помедитируем, давайте. Глубокий вдох, выдох. Это на йоге меня так учили. Егор там раз. А ты до сих пор ходишь на йогу? Нет, уже нет. Почему? Я повредила связку на упражнении, которое мы с тобой исполняли, где нужно к писе тянуться. Нужно тянуться к писе, вот, раздвигаясь при этом в шпагате практически. Вот. И, в общем... О, а теперь меня слышно? Да! Да. Ура! Я испугалась. Егор что-то услышал про писи и сразу появился. О, это по моей части. Давайте все сразу сюда. Ребята, как мне нажать куда? Давайте. Сетевая игра, верно? Ну да, сейчас нужно только, чтобы кто-то лобби... А, я могу, в принципе, лобби сделать сейчас. Это будет приватное лобби, чтобы никто не... А как я тогда? Мне нужно тогда это само. Никому не показывать, куда я захожу, правильно я понимаю? Нет, тут максимум 4 игрока, тут никто не сможет зайти больше. Да, тут VIP-пропуска.
Ладно. Мне понравилось. Да, сожру. А как мне к вам подключаться? А? По коду лобби это надо сделать. А как мне к вам? Коду лобби? Смакса и все подключим, ребят. Сейчас не спешим. Нажимайте там сетевая игра, и там, короче, где-то подключиться должно быть по лобби, в лобби, по коду, короче, найдете. А, значит, вам нужно подойти к доске. Ага. Доска это меню. Я уже нажала, все, уже нажала, я уже на лобби. Я на всякий случай напишу все-таки код лобби в Дискорде, так что оттуда копируйте. Кстати, а какая доска из этих? Я вот сейчас вот так вот делаю, чтобы там, никто не увидел. Ни в коем случае. А у меня даже этого нет. Сейчас шоколадка техническая будет. Там где типа одиночная игра, сетевая игра, вот это тебе надо. А куда ты написал? Я присоединился. В Дискорде. А куда смотреть, чтобы посмотреть? А что нажать, Макс, надо? По очереди вопрос. Так, в Дискорде в чате, в общем, где лобби написано. А где чат? Я вижу, я нашла чат, но у меня ничего нет. Напиши еще раз. Подожди, еще рано, подожди. Я еще держусь. Я тоже ничего не знаю, ребята. Смотрите, я на доске, где сингл. А я еще говорю, Насте. Может быть, на Яну стоит посмотреть хотя бы. Да подожди, мы даже не знаем, как чат в Дискорде включить. Напиши в Дискорде цифры, пожалуйста. Напиши. Нет, Дискорд-то ладно еще. Я понимаю. А у меня этого нет. Вот видишь, я написал только что еще раз. Да, спасибо. Ой, как хорошо. А куда это вводить? Короче, тебе нужна доска, там же написано одиночная игра, сетевая игра. Синглплеер, мультиплеер, тренинг. Да, ты можешь себе поставить русский язык настройку. Ой, sorry, ну уже пофиг. А, или все-таки нужно? Ну, лучше сделать, потому что там много читать. А как вернуться? Я не могу. Нажми на escape. В общем. Там найди, короче, Мангуаги. Какой escape? Че, Настя? Игра не найдена, пишет мне, представляешь? А, ты точно правильно ввела? Нет, значит нет, наверное. Чекни. У меня на буквы и тире, это точно то? Тебе нужны ЕУ, Европа регион. Зашибись, а как мне это... А, я уже поняла, все просить. Давайте сейчас я вот переключу русский язык. Ребят, простите, но мы... Ну, к такому не будешь готовым никак... Так, сетевая игра, нажимаю, да? Не как 3, не как 4, ребят. Ой, я туда нажал? А, да, сетевая игра. А теперь меня получше слышно? Блин, почему нельзя скопировать? Ну, нормально вроде. Ну, так. О, у меня нормально? Получилось! Издалека так. Я сейчас вам все включу, ребята, опа, смотрите. Я правильно, я могу? Да. Да, можешь, там вопросиками закрыть код лобби. Я все показал, все, у меня все получилось. У Яны не получилось еще. У меня еще. Тот самый персонаж, который у тебя был в нашем видео. А как я хочу ее вернуть? А ты нажимай на лицо и поменяй. А почему игра не найдена? Легко. Что значит, я могу 50% вам сделать? Макс, это громкость вышел. Почему? Потому что тебе... У тебя регион европейский, ЕУ стоит там, где код. NA. Нужно ЕУ, чтобы было. И Европу, да, ставить? Угу. Все, сейчас... Погодь. Какие модельные у нас персонажи. Прямо вот с подиума их взяли и сфоткали. А ноздри у них, ноздри такие прямо интересные почему-то. Белые. Так... Ну да, как такие, будто... Такие, кокаиновые, да? Ой, осуждаю. Модератор. На свободные нравы найти. Так, все, я начал. Все, я с вами вроде. Да, ты с нами. Блин, надо было сказать, нет, мы тебя не видим. Не надо. Я и так уже на коротком поводке на нервном срыве. Давайте подумаем, на какой сложности мы будем играть. Любители, как люди, которые любят играть. Ну, первую катку, по крайней мере, да, ладно, пусть будет любитель. А потом ты профи хочешь? Ну, потом как пойдет, да. Ёпт. Егора не слышно, потому что он молчит.
Я молчу, да, я молчу. А сейчас меня слышно? Да. Давайте, какую карту выберем? А что, ты выбираешь? Ну, все могут голосовать. Мне вообще без разницы, что хотите. Я тоже, я не знаю никаких карт. Ну, я думаю, я самую первую выберу для начала. Вы можете нажать на левую кнопку мыши, и там будут карты, и вы можете на них нажимать и таким образом голосовать. Да, на какую левую кнопку? Это главное, как игре присоединиться. Я вот на левую нажимаю, а куда жмать левой кнопкой мыши, да? Ну, там, где стрелочка, видишь? А-а-а. С левой и с правой стороны у тебя. А, вижу, да, спасибо. Не, я не знаю, куда дальше нажимать, поэтому я согласна на эту карту. Все. Ребята, загляните, пожалуйста, чат телеграмовский. Так, что там такое? ну это нормально. Ничего страшного. В плане, потом просто берешь возможность добавления, и все нормально будет. Да, нужно приватку. Так. Паника! Все, мы готовы. Нам нужно купить оборудование теперь. У нас тут у нас, в принципе, есть самое базовое, только по одной штуке. Все, нам нужно больше. На правую кнопку мыши нажимаем и попадаем в магазин. Пользоваться которым я нихера не знаю как, потому что такого не было раньше. На какую правую кнопку мыши, на какой магазин? Вижу, все вижу. Ой, как интересненько. Ой, стойте, уже Майнкрафт. Чего надо нажимать? Да. Ехали надо нажать? Нет. Ну, ты можешь пока, в принципе, ничего не нажимать, пока в магазин. Тут какой-то вейп можно купить. Смотрите, тут всякие предметы, вот тут фонарь, тут все по-английски. Настя на качество жалуются, что с качеством? Не знаю, качество, какое качество? Качество в плане интересно или да, нет? Все нормально. Ну, все в чате пишут, качество. Так, давайте, короче, нам нужен флешлайт. Правильно говорю? А сколько у кого денег? Ой. 75 рублей. Это нужно на правую стрелку нажать. А, да. Так, 75 долларов? Да. А у вас? А у вас больше? Ой, где этот магазин? Да? Ну, у меня почему-то 1784. Да, что тогда ты? Ты бери и купи все тогда. Ай. Ну, ты, ладно, походу, ладно. У нас мамочка сегодня, давай. Шугар Дэдди, маме, как угодно. У меня S0. У меня Сани. S0. А? В смысле S? Еще S0? S. У меня S0. Это значок доллара. Егор тихий очень. Егор, а ты можешь кричать вместо того, чтобы разговаривать? Короче, у меня вообще-то нет денег. А если кто-то пишет про качество, я только что зашел, поставил 1080p, вы это, себе интернет оплатите. Так, да, минуточка токсичности. Да нет, на самом деле, просто поставьте качество по... Просто давайте покупать фонари, пойдем. Я покупаю фонарь. Я купила фонарь. Нажимаю на плюс, и вроде как, сейчас я посмотрю. Ну да, появилось, но у меня почему-то не все предметы могу добавить сейчас. О, я дядей буду. Я поменял. Какой дядя, ты же тетя. Ну я в плане в игре. Ой. Ну и в жизни же дядя. Ну, простите, давайте, значит, все, тут есть градусник. Все, я понял, я покупаю фонарики. Видеокамера. Я фонарь купила. Не понял, как это работает. Все, я готова. Что-то тоже. Все, теперь у нас есть, получается, 4 фонарика. Так, сейчас еще подумаю, что еще добавить. Ну, например... ну, остальное все, в принципе, достаточно в одном количестве. Да. Ну тогда погнали. Поехали. А соль. Ой, я уже нажал, поехали, соль. А у нас, видишь, ничего недоступно пока. Я тоже нажала, поехали. Все в порядке, Ян, ты все делаешь правильно, все готово. Это просто ты обозначил, что ты готов. Понял. Тут чья-то лысина. Я заглянула тебе в скальп. Кто ты? О мой бог, это прям такое ностальгическое место. Особенно уже с этим начали? Скином. Нет, подождите, а тут... Ёб твою мать, я думала, ты 3 метра ростом. Это я, привет. Простите, а ведь совсем другой фургон, не как раньше. Ну нет, плюс-минус такой же вроде. Вообще другой, ты нет, что? Тут были какие-то столики и полочки.
Тут были столики, полочки, тут было много всего написано вот здесь. Ладненько. Его вроде теперь апгрейдить можно, насколько я помню. Так, девчата, давайте-ка, что делаем? Идет дождь. А, мы единственный мужик у нас здесь. Да. Бабы. Да. Извиняюсь, девочки, девушки. А вы две рыжие. Рыжие. Ладно. Ну что, пойдем. Что, надо выходить? У нас есть задание. Смотрите, задание. Давайте. Определить тип призрака. Достигните ноль рассудка. Зачем? Я умею читать, да. Нет. Ну, воссоздай эту картину. Так. Ты куда? Я взял случайно. Сейчас я обратно что, нагинаетесь? Блядь. Макс, а как взять? А как... А теперь это должно быть слышно лучше. Очень даже хорошо слышно, это правда. А я, ребят, проблема в том, что я взяла две, а у меня только... А, все. Вот, я положила вам, смотрите. А что брать? Смотрите, у нас дело номер 10, Холли Гейтон. Кому отвечает призрак? Только одиночкам. Это важно, если мы хотим с ним поговорить. Кто-то я твои глазницы видела. У нас есть цели. Первое, найти улики при помощи детектора AMP, то есть вот этой пикалки, которая показывает активность призрака. Второе, нам нужно стать свидетелем паранормального явления. Для этого а как присесть? Атаки на С. И достичь среднего рассудка уровнем ниже 25, нам просто нужно долго находиться в этом доме, чтобы мы сошли с ума. Чё теперь очень громко? Так, а чё нам нужно в итоге? Ладно, пофиг. Извините, я не знаю, что но делать. Ну, нам просто точно нужен МП. Лучше вот. Макса. МП. А, вот он. Кто там, если я хочет, хочу. Кто-то может взять. Все. А ты поймешь, как он работает? Я взял. Е нажал. Давай. Я уже взял. ГМП. А ты его можешь, МП, ты его можешь включать. Он у Яна. А, стоп, это у Егора, да, МП получается. А у меня. На правую кнопку мыши включается. Ghost Field Meter Model 100X. Макс, у меня ГМП. Какая красота! Глянь, она еще! У тебя просто фонарик. Бултыхается! Я думал, у меня ЕМП, а как положить назад? Ее, кстати, нужно бултыхать, ну, периодически, чтобы она работала. ЕМП у меня. Откуда ты это знаешь? Ну вот. Я играл просто с самарскими друзьями полгода назад. Все-таки один раз я заходил, ладно, признаюсь. Но тогда было все по-другому. А что нам нужно, кроме... Конечно, мы особенные тоже все-таки. Нам нужно... Ну, вообще, по сути, ничего нам больше не нужно. Нам нужно стать свидетелем паранормального явления. И сойти с ума. Да. Сейчас, если, конечно, не прочу, не забыл. А как определить призрака? Сейчас как-то этот журнал открывается. Не помню, на какую кнопку, правда. Или пока он не может открываться, нам нужно, наверное, открыть сначала этот вагончик. Сейчас я испугалась О, уже. Смотрите, снег. Классно. А, это не дождь? А, открывается на букву G. Я побежал. Журнал. А и как бежать? Призраки. Я тоже бегу. Ой, я... чуть... Ага. Спасибо. Я просто не знал, тихо! Как это подожди! Чё? Я дыхание слышала. Ой, да. Как ты странно шагаешь. Мы уже сходим с ума, походу. Как да, это? Не забывайте, что нам нужно определить тип еще призрака. Для этого еще температуру сейчас будем мерить. Так, и нет звука, у игры пишут. Как это нет? Простите, сек. Может, погромче. Ой, я взял блокнот. Блокнот можно оставить, чтобы что-то призрак написал, я это помню. Да, нам это тоже понадобится. А это кто? Ребят. А, Макс, ты? А как это нет звука в игре? Такого же быть не может, правильно же? Может. Есть звук, пишет, есть. Нет, все верно. Открыл. Все. Погнали. А почему? Ой. Все. Давайте. Какая графика хорошая, графика хорошая. Давайте, да, погрузимся в эту атмосферу. Так, давайте измерим температуру. А прыгать тут нельзя, да? Я не знаю. Это тебе что? Детский сад бегать, прыгать? Где серьезные дяди охотятся за призраками? Ладно. Так, я ищу комнату, где маленькая температура. Давай. А я свечу красиво. А? Я просто на кухню смотрю. Я свечу этим. Ультрафиолетом? Кто дышит?
Ты дышишь? Ты видишь пар где? Нет, я слышу дыхание. Париж? А, Париж? Это ты дышишь, наверное, ты слишком бежала. О, я открыл дверь в комнату. Идемте сюда. Так, я в гараже, если что. А, ничего не видно совсем. Надо включить, понять, потому что свет. Я ж плююсь, блин. Подожди, свет где? О, каблучки, макияж. Так, тут еще один подвал. Кто-нибудь спустится со мной? А понять по ЕМП нужно, да, где призрак? Ну да, оно начнет орать, если будет активность какая-то. Ну не обязательно я в той комнате. Блин. Нужно температуру еще мерить и понять, что это показатель того, что это типа комната призрака, где он обитает. Но я пока нигде. А где температура? У кого градусник? У меня. Насти вроде. А, Макс. А вы знаете, по-моему, он А? А, это мы, все. Я слышала. Он отвечает только при... Фу, только одиночкам он отвечает. А, одиночки же, точно, я забыл. Да, но это... Кто у нас одиночка? Я в отношениях. У нас есть радиоприемник, только надо понять еще. Я забыл, мы его покупали или нет. Нет. Мы не покупали, видимо, радиоприемник. Вода. Надо в фургончик сходить. А если на меня нападут? Стабильная. Ребят, я выключил воду. А если... Молодец, да, и конечно. Экономия. О, вот здесь ЕМП зашкаливает в ванной, ребята. Я слышу. Нет, вот в этой комнате, вот в этой комнате. В этой комнате ЕМП сходит с ума. А что нам делать? А что нам делать, когда на нас нападут? Точнее, что, как мы это зафиксируем? Нам нужно быстро прятаться в шкаф. Ёбку налево, я в шкаф уже. Нам же нужно будут доказательства. В шкаф не зайти, ребята. Нам нужны будут доказательства. В ванную спрячься! Я бросил блокнот на пол. Я открыл шкаф, иди прячься. О, спасибо. А здесь теперь больше ЕМП ничего не показывает, кстати. Он ушел. Ой, блин, как страшно, это кто? Ну да, возможно, он ушел. Температура тут тоже норм. А блокнот у тебя же, Егор? Нет, я один. Попробуй его положить на стол. Эх! Я боюсь. Мы все, давайте теперь уйдем из этой комнаты и подождем, напишет ли он что-нибудь или нет. Ладно. Смотрите, дым. А, это кто-то дышит просто. Это вейперы. Я пойду все-таки посмотрю, может быть, у нас есть радиоприемник. Да не, я не видела такого слова даже вообще. Что это? О, это подвал! Это подвал! Че? Пойдем? У нас есть радиоприемник. Супер. Я попробую с ним поговорить. Как же хочется здесь обосраться. Все впереди. Я надеюсь. Вот здесь кто-то обоссался уже, смотри. Я, короче, запираюсь в комнате, вот в этой, где блокнот, и пытаюсь говорить. Все, не заходите сюда пока. Хорошо. Та самая странная подружка. Блин, а мы знаем имя призрака? Нет. Знаем, но не помним. Подожди, я сбегаю. Беги, дорогая. А, нет, еще я нашел имя. Холли Гейтон. Угу. Так, не подходим. Холли Гейтон, дай нам знак. Реально сумасшедший дом, блядь. Холли Гейтон, дай нам знак. Готовьтесь уебывать отсюда. Бля, я только еду взял, а ну-ка. Холли Гейтон. А на ней еще можно ругаться, и тогда она начнет нападать. Холли Гейтон, сука такая. Поговори со мной. Будь моя маленькая. Она, наверное, не знает Russian language. Мне кажется, она знает, все прекрасно, она знает. Она мультиязычница, та еще. Она лингвистка. Полиглотка. Полиглотка, да? Ох, что эти мужские шутки. Так. Поэтому я дружу с мальчиками. Вообще, радиоприемник молчит. Может, она интрофобка? Интровертка, я хотел сказать. Это что-то между интроверткой и социофобией. Слушайте, а можно я буду подсматривать в чат? А тут там подсказки есть. Блокнот на M. Я думал, ты хочешь подглядывать из шкафа на что-то. Так, ладно. Смотрите. Я взяла ключи! Я ключи взяла! Я не знаю, зачем. Это низкая температура, значит, ой, когда пар идет. У меня ключи!
Ну я вроде как с градусником хожу, тут везде стабильная температура. Да, а вот. Стоп, погодите. Здесь. Ой, кто? Быстрее! А я не могу открыть. Я, потому что я взяла ключ! Я взяла ключ! Тут вон пар! Пар! Настя, о, здесь зашкаливает! Вот здесь, Макс. Где? Да, вот здесь, кажется, температура падает. Падает температура, да. Так, я подсмотрел, ребята, снова в чат. А где? Может, нам нужно, нам нужно сюда блокнот переложить, вот на эту тумбочку. Давай. Ребята, идемте к зеркалу. Зачем? Как? Не, это плохой артефакт. Нельзя его трогать. Ладно, просто... Там! Сказали. Там! 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 Смотрите, смотрите, обернись! Снег. Где? Нет, там, там... Ой! Там этот... Клубочек пара был. Да что ж у меня затылки ваши тут... Так я же говорю, он здесь и есть, где мы стоим сейчас. Да, сейчас я хочу подождать. Это значит, что температура. Это же потому, что я взяла ключ. Да, ну, это вообще взяла... никак не связано. Ну, наверное, все-таки последовательный. Котик. Да? Ой, ты смотри. Где? Ничего, на блокноте ничего не написано. Где еще температура? А что еще можно своровать? Я взяла рамку. В коридоре. Нам нужно сюда блокнот переложить. Я буду бросаться. Перекладываю. Сейчас температура уже будет минусовая. Если да, то это хороший знак, признак одного из призраков. А я взяла рамку и бросила ее. Давайте я еще возьму. Мы очень плохо играем. Да. Чашка. А мне нравится. Да, простите за нашу тупость заранее, как бы, да? Но мы впервые играем. Мы новички, так нужно сказать, а не можно, даже если это неправда. Но мы правда. Не, я правда новичок. Я тоже. Ну все. Я только боялась в прошлый раз, когда играла. Так, ну до минусовой вроде температура не доходит, значит все-таки не это самое. Сейчас открою журнал, посмотрю. Нужно общаться в игре, пишут. Ну здрасте, буква В, ку-ку. Нет? О, да, да. Ребята, Холли Харри. Кстати, реально, нужно общаться в игре. Халли Галли! Халли Галли! Парадрупер! Халли Гейтон вообще, да. Халли Гейтон! Халли Гейтон! Ладно, я иду к тебе в комнату, Халли Гейтон. Блин, я очень почему-то боюсь. Халли Гейтон. Я прямо на кроватке. Халли Гейтон. А вы тут прошлись этим фонарем ультрафиолетным везде? Да вообще хер знает. А у кого вообще фонарик? Да у Егора, у что-то у Насти есть. У Насти вроде. У меня фонарик. А ты попробуй вот где здесь вот в коридоре как раз на стены посмотри. Только трясти не забывай. Я трясу. Тут вот ящур. Тут тебе вот собака. Нужно искать следы отпечатки. Кто-то очень добрый здесь жил. На выключателях и на стенах. Значит так, не вижу. Дальше я боюсь идти. Ну ты вот здесь везде все стены посмотри. Я смотрю, вот так смотрю. Подождите, что-то было, как будто нет? Так, где? Тут фонари мне светят, уберите фонари. Убираем. Нет, показалось. Я пойду возьму еще один, пожалуй. Я иду дальше. Ничего не нахожу. Ой, мама. Ой, мама. Ой, мама. Ничего нет. Я в детскую зашел и пиздец. Уходим. Блин, а дверь-то не открывается. Дверь-то не открывается. Ой, я снаружи за вами наблюдаю, ребят. Меня убили! Ой, да, Яну убили прямо у меня на глазах. Ура, я остался жив! Охереть, а почему? Она же меня... О, я снова здесь. Ты или теперь, это... если что, мертвый. Блин! То есть мы тебя не видим, ты нас только видишь, ничего не можешь делать. Жесть, а почему меня убили? Ёб твою мать, это страшнее, чем мне казалось. Может, пойдем отсюда? Я же спрятался. Вы еще в доме? Я убежала в фургончик. Я просто убежала на секундочку посмотреть. Рассудок. Жесть. Давайте посмотрим рассудок. Нам нужно ниже 25% достичь его. Ребята, почему страшно так? Это же не должно было быть. Офигеть. У меня 19 рассудок. Я самая сумасшедшая здесь.
А, ну смотрите, у нас уже три галочки, вообще-то мы все сделали. Меня убили зря, что ли? Нет, для эффекта. Ну охереть не встать. А я восстановлюсь сейчас? Нет. Только единственное, нам нужно все-таки тип призрака определить, чтобы нам денег дали хоть какие-то. На самом деле я не знаю. А нам на блокноте нам ничего не написали. Температуры минусовой тоже не было. Слушайте, ну это был ребенок, он плакал. И смеялся. А МП какого уровня был, кстати, Егор? ЕМП зашкаливал. Прям максимум, да? Да. Ну, получается, МП уровень 5. Если что, в уликах нужно ставить... Я могу ежедневное задание довыполнить и достигнуть одного рассудка, нулевого. ЕМП уровень 5. Пойду выполню задание. Призрачные огоньки? Призрачные огоньки мы не поймали. А мы их разве смотрели? Мы их не смотрели. Температуры минусовой не было. Записки в блокноте. Открой журнал ноже. О, журнал ноже открыла, ребят. Так мы про это тебе говорим уже. Зайди в улики и там ставь галочки. Ой, ёб твою мать. МП уровень 5 у нас. Записывать в блокноте зачеркиваем. Минусовую температуру зачеркиваем, по идее. Ну и вроде не было. А я что-то должен делать, когда я мертвый? Ну, а вот не помню. Нет, по-моему, это уже все. Слушайте, я думаю... Ну, охереть не встать. Ой, ёб твою мать, здесь на втором... А, радиоприемник. Ну, она мне ничего не ответила. Может быть, потому что вы в доме, конечно, были, но... Ну, давайте думаю, это были они. А я думаю, это Райдзю. А у меня вообще все. А подожди... А просто если ответит по радиоприемнику, тогда это Мираж. Тогда это единственный вариант. Но он... еще нет. Ультрафиолета нет. Это либо Райдзю, либо Мираж. Но я радиоприемник тоже зачеркнул. И остался только Райдзю. На каком основании так считаете? Вы просто по красоте слова? Так нет, мы же все это делали там в доме. И проверяли. Нет, я имею в виду Йокай, Райдзю, Мираж. Вы это как... Нет, вот если зачеркиваешь, то он типа призрак. Да, ты зачеркиваешь. Да, и он тебе показывает вероятных призраков, которые ты по критериям подходит. Да, да, а вот с чего вы взяли, что Райдзю? Вот что вы знаете о Райдзю? А давайте почитаем. Вот есть кнопка призраки, найдите там Райдзю и давайте почитаем. Давайте, конечно. Вот Мираж, например, один из самых опасных видов призраков. Это единственный вид, который способен парить или проходить сквозь стены. А, парить, я думал. Ну там парили, там были клубы пара. Париж. А у нас свет выключался, кстати? Не помните? Да или нет? Да, выключался. Вот да. У Райдзю слабый. Я включал его в щитке. Он постоянно выводит из строя электроприборы, благодаря чему этого призрака проще обнаружить во время атаки. Ну, типа, вроде было что-то похожее. Ну давайте, может быть, выберем тогда что-то. Райдзю, демон, который питается электрическим током. Они спокойнее. Они могут приходить в волнение, когда переполнены силой. А здрасте, а как их переполнить силой? Могут перемещаться быстрее, поглощая энергию. Электроприборов обжираются они электроприборами. Слабость постоянно выводит из строя. Слушайте, что вы там выбрали? Я Райдзю выбрал. Но вы можете другого, в принципе, выбрать. А по каким критериям вы выбираете? Температура была минусовая, свет выключался. Ну, мы все не это было отметили, минусовой температуры. Радио. Не было? Ну, по идее, нет, я стоял с градусником. Вроде она ниже нуля не опускалась. Я что-то неправильно перестал. Надо крестом отметить, да ёпти-мопти. Крестом! Давайте... крестом... Да, крестом ты отмечаешь то, что, ну, типа, было. А крестиком ты то, что исключение получается. Точнее, не крестиком, а этим зачеркиваешь. Блин, я аж сломалась. Записи в блокноте не было. Минусовая температура не было. Лазерный проектор не было. Призрачный огонек не было. Радиоприемник не было. Чего? Ну, лазерного проектора он, может, и был. У нас нет возможности проверить, как и призрачный огонек. Но все остальное я зачеркнул, кроме МП. Ладно, я тоже, спасибо. Блять! Меня забирают! Ой, а ты что в доме делал? Блять, меня убили! Уезжаем, Настя! Ой-ой-ой! Я забежал за блокнотом. Так, все поставили тип. Как нажать?
закрыть хочу дверь, блин, тут не закрывается, это тебе не... А как ты это сделал? Просто на левую кнопку. Подождите. Ой, а чё я не могу зайти к вам? О, Ян, да. Она спросит почему-то общаться через игру. Это что-то меняет разве? Да, возможно. Призраки наш слышат. Мы не угадали, с призраком это были близнецы. Жесть, потому да. Что один хохотал, другой плакал. Ну, возможно. Элементарно. Ну, это, конечно, ну, вряд ли, если нам честно. Хотя бы дали деньги за выполнение задачи. Uh-huh. Потом спасибо. Какие мы молодцы. Мы такие молодцы, ребят. Мы так хорошо поработали. Заканчиваем стрим. Чё ты хочешь? Я поменял своего персонажа. А, думаешь, это тебе поможет, да? Да. Чё там? Через игру лучше, пишут, общаться. А что, получается, нужно вас заткнуть в этом самом? В этом самом? В Дискорде? Да. Ну, типа, замьютиться. Ну, можем и так, можем и так. Ну, наверное, да. Просто ну, там да. Эхо делается. Да, да, это правда, будет эхо. Устрой голосовалку в чате. А может, эхо включалось, потому что мы в Дискорде и в этом? Ну, это да, это поэтому и было, собственно. А-а-а. Не надо через игру пишет. Короче, ладно, ну просто нам нужно общаться с призраком через игру. Это... Ладно, пофиг, что там это. Ну, мы будем задавать вопросы просто через этот тогда. Правильно, я считаю, что так и надо. Далее, все, мы едем. Мы едем. Мы поехали все. А сейчас нужно карту снова выбрать. Надо выбрать, да. Давайте вот эту вот другую. Давайте прям соберемся и сделаем это. Поехали. Конечно. Сейчас, подожди, фонарик еще не купишь. Ой. Ой. Нет. А ладно. Так. Знает. А у меня 120 рублей, я могу купить фонарик тоже себе. Я в прошлый раз себе тоже сама купила. Я куплю сейчас... разве что еще УФ фонарик, чтобы у двоих он был, а то это... Ну да, все через игру просят, будто бы. Видимо, там действительно это важно. А радио зачем? Приемник. Ну, чтобы как раз попытаться поговорить, да. Слушай. Так, лазерный проектор пусть будет, это все будет. Ну... Через игру атмосфернее пишут. Ну и это, я думаю, тоже. Там типа как в Little Company, если ты далеко, то тебя не слышно. Ну там рация вроде. Ага. Ну есть но... какой-то в этом шарм, конечно же. Можем и так попробовать. Давайте попробуем. Если нам не понравится, то вернемся снова в Дискорд. Сейчас тогда мьючу вас в Дискорде. Я сейчас давай. Тоже вас замьючу. Ну, себя мы мьючим. Ну да. Все, давайте. Не выходим, мьютимся. Блин, знать бы еще куда нажимать, ребят, если честно. Я... А все, на микрофон снизу. Снизу, да. Спасибо, я выключила. А как понять, когда начинать, блин, играть, блин? Чё за... Чё... Я да. Ян, ты замьютился? Видимо, Егор, замьютился. Куда ты нажимал, чтобы... На В. Говорить. Да? Алло, алло. Алло, всех слышно? Я слышу. А вы меня слышите? Ну, я на В. А куда нажимать? На В. Да, о, то есть меня слышно уже. Да, нажимай готов, Ян. Можно в настройках сделать активацию по голосу. Все, готов. Ой. Что у меня здесь? Что это? Ку-ку! Алло, алло. Алло, привет. Привет, привет. И что делать? Давайте берем фонари и все, все, хватит бездельничать. Все, давайте. И пошли. Уфа, фонарик тоже я возьму. Я уже умею им трясти. Засеките звуки призрачной активности при помощи направлен... Которого у нас нет. Это как? Ну, ладно, ничего страшного. Это задача, на самом деле, по желанию. Нам главное найти призрака определить. Стать свидетелем паранормального явления, сбежать от призрака, пока он находится за вами. Настя, ты, наверное, возьми AMP на всякий случай.
Алло. Да, у меня тут Егор ковыряется. Настя пропала. У меня тут Егор ковыряется просто, простите. Не спрашивайте. Я беру МП. Так, ну я взял, короче, фонарик и ультрафиолетовую шнягу. А мне надо что-то взять? Я только фонарик взял. Да блин, теперь пишут, что плохо слышно. Ну что такое, ребят, вы слышите? Ой, блин, вы же не слышите. Я F забыл. F. Блин. Ребят, я уже тут, я уже хохочу здесь. Я забыла F нажать и начала кричать, что вас плохо. Теперь пишут, что вас плохо слышно. Но это в настройках игры, тебе нужно нашу громкость поднять. Я не знаю, как настраивать игру! Ой, Настя, это было слишком громко. Да? Ага. Аудио! Ух, ёпта мать. Микрофон! Ты, Егор там поковыряется еще. Ой, вообще громкость. Егор, иди поковыряйся. Все, я сделала. Ой, все, я сделала. Фонарики. Ты, если что, можешь сделать активация по голосу в настройках, чтобы каждый раз В не нажимать. Да? Да. Нажми на параметры, аудио, и там выбери режим голосового чата, активация по голосу. Ребят, вы представляете? Настройки. Ура! Спасибо! Все, бежим! Пар равно минусовая температура, пишут нам. Я тоже думаю, логично, а то откуда ж, либо да, это вейп. Да, я вам вчера сказал, сейчас сказал эти. Ну я с термометром стоял, и вроде там на нуле, ну ниже нуля не опускался. Может быть неисправный. Настя, бери ключик, ты должна дверь открыть. А вы меня слышите? Да, слышу. Слышу! Только чуть громче, да. А то ты будто бы издалека говоришь. Ребята. Да, Настя. А чё делать-то? Я не знаю, я с градусником. У Насти тоже. А. У меня вопросы задавать, я интервью беру. Опа! О, а я нашел челюсть, смотрите, челюсть. Осторожней, здесь какие-то артефакты добавили, которые, если ты поднимаешь, то сразу атака начинается жесткая. Ой, давайте нет. Проверим. Не надо. Ну, челюсть, к ней плохо относится, видите, она валяется на полу. Кто челюсть на полу хранит? Надо задать вопрос. Кто челюсть на полу хранит? А, здесь только на выбор вопросы. Пока ГМП молчит. По температуре тоже норм. Аккуратненько засолы вот эти. Баночки, грибочки, картошечка какая-то. Слушайте, температура-то повышается. Ой, вот это я хочу взять на всякий случай. И там, где понижается. Оно не берется. Почему же? Ёпти-мопти. Да я тут роняю все подряд, подожди. Не буду ничего трогать. Это чужое. У меня не получается. Ты хочешь? Я тоже буду. Я тоже буду, я вот так. Я за тобой, правда, хожу, все подсматриваю, можно же просто... Блять, что это за звук был-то? Ты дыхнул мне в ухо. Блять, нет, не ты! Ёпта, что происходит? Это была фейк-атака, спокойно, все живы. Какая фейк? Ребенок, что ли? Какая фейк? Ой, один дом, так на ребенок. Иногда они так нападают, на самом деле никого не убивают. Ну, типа, давайте наверх. А ты температуру посмотрел, там точно не упало? Да, я внизу посмотрел, все ровно. Что ты меня пугаешь? Я очень испугана, потому что... Вон тут два целых... Это стример, тут два... Монитора, да. Ой, монитора. Это чё? Это чё? Это чё? Это чего? Это что такое? Что это такое, ребят? Что-то такое случилось нехорошее, я сейчас спрошу. Алло, алло, вы чё? Алло, алло. Тишина. Меня... Блин. А что случилось?
Меня забанили, меня исключили из игры. Они вдвоем с Яном пошли играть, наверное. А? А? Я не знаю, а куда, куда вы делись, ребята? Они пошли без нас играть. Я не знаю, нас, наверное, выкинули, да, из лобби прогнали. Ребят, вы чё говорите такое? Такую правду? А, это ваш пранк семейный, опять свои шуточки шутите? Нет. Нет, у нас выбросило из лобби, у нас инициализация произошла. Странно. Ну... Мы играем. Да. Блин, они играют. Нас просто выбросило из лобби. Ладно! Я говорил, что надо было поиграть хотя бы один раз тестовый фазмофобии. Тогда бы было бы не так страшно, мы бы как самые профессиональные люди играли. Это нам надо? Ну и так как-то не страшно. Слушай, понижается почему-то температура. Где? Наверху, походу. О, гейм клоузит. Да выходите, ребят, мы что будем... Ну или описывайте нам все в подробностях, что у вас там происходит. Ну мы сейчас... Давай выйдем, ладно. Выйти из игры, да? Трэш. Пишет Иннет. Или это мистика? Это паранормальщина. Верно? Не, ну нас же с тобой вдвоем выбросило, значит, это видимо, что-то тогда. У нас действительно. Да. Все, нам мешают, мы оскорбили холи-моли. Сейчас создаю новое лобби. Давай. Трэш. Ну что, ребят, что расскажете? Это я не вам, это я вам. Что расскажете? Кому нам? Вот. Сейчас я в чат. Сейчас, подождите. Ничего не рассказывайте, ребят, все уже сейчас уже создали. Сейчас все сделаем. Все? Трэш! И что мы просто? Мы просто так? А где наши деньги? А где наш фургончик? А где наши фонарики? Ой, теперь двойная. Да. Давайте мьють Дискорд снова. Ага. Мьючу. Я замьютила. Привет. Ну да, у нас, по идее, все просралось. Пипец. Сейчас заново наберем. Конечно, вот у меня 90 рублей, я беру себе фонарик. Купить, фонарик купила. Хорошо, что еще нам нужно? Этот, кого там, радиоприемник? Радиоприемник? Зачем? Вот зачем тебя позвали, чтобы покупать нам вещи? Я купила радиоприемник и фонарик. Да, фонарик я уже положил на всех четверых. А я радиоприемник купила еще. Это хорошо. Дальше нам нужен детектор. А, ну детектор у нас есть. Ну, УФ-фонарик еще один нужно купить. Так, теперь мне пишется слишком громко, я убавляю себя. Я могу купить фонарик. Ну не надо, я уже положил, я уже купил. А, у меня 37 рублей, я могу купить еще что-то. Могу купить термометр. Что-то с камерой, Настя, у тебя. Что у меня с камерой? Перегрелась, походу. А, ну можешь один термометр взять. Да пошла ты в жопу! Вы чё мне стрим ломаете всякие силы нечистые? Эй! Реально! Вот она, фазмофобия делает. Да, это из-за неё всё. Сейчас, ребят, починю. Спасибо, Янчик. Чего? Это мило. Спасибо, Янчик. Спасибо, Ясик. Так, Настя. Егора, Настя. Ясь? Are you fucking kidding me? Я в охуе. Ребята, привет всем. Всем привет. Все, готово, я готова, меня починили.
Я сама себе починила. Я себя сделала сама. И поехали, да? Я сама себе хозяйка. Карту. О, давай, давайте, знаете, какую карту, в которую мы с Настей играли тогда на видео? По-моему, я ждала ее. Ну, либо похожая, сейчас посмотрим. Ой, а чем мне мешает? Главное, что это уютный деревянный дом. А, все, готов, нажал. А, это вот это? Какая вот это? Ну, там несколько похожих есть, да. Этаж. Так. Да. Почему у Макса корона пишут? Потому что он королева. Макс, у тебя корона. Потому что он царица. Царица. Всё. Царица. Так. Мальчик-папа. Обнаружили призраков при помощи датчика движения. У нас его нет. Пипец. Засеките призрачные активности, звуки. Микрофон. Микрофона у нас тоже нет, но и жесть. Найдите улики при помощи детектора. Эти задачи не вспомогательные. Нам главное тип призрака определить. Ладно. Конечно, мы все это сделаем. Я взяла фонарик, тем более. У меня палочка фиолетовая есть. Я ее потрясла. И пошли. А вот у нас еще есть... Мы вопросики спросим. Я взял блокнот и термометр. Вопросики спросим? А я взял градусник. А я вопросы задавать взяла. Я взял уже один градусник, Ян. А МП я взял уже. Брал? Тогда я возьму. Да, возьмите МП кто-то. И а я не могу положить камеру, назад. О, я возьму камеру. Бросить на пол. Всё. Да что ж такое, ребят? Подождите, у меня тут опять всё. Проблема. Мне нужно громкость, Все, ребят, я всех, да, я всех прибавила. Карта. Правильно я сделала? Ребята, что вы скажете мне? Да, нормально. А что, я... Нет, я не тебя спросила. Но спасибо. Я прибавила, ребяток. Бежим. Все, я уже иду, я готова. Мне надоело. Надо... Офигенная камера такая. А почему мой фонарик вообще не имеет смысла? У меня света был? Да, у меня тоже света мало. Вот. Труселя, смотри. Да? Что ты сказал? Белые трусы. Тебе эту камеру нужно будет поставить, а не просто так с ней таскаться. Блин, а куда ставить-то ее? Там, где пол? Я этот дом знаю, как... Ага. А, блядь, я картины испугался. Да и ты чё? Я уже на выход бежал. Я тоже. Ребят, а почему фонарик вообще не имеет смысла? Так, это дом такой, видимо. Да, я на температуре. Ага, давай тогда. Если что, камера. О, это улица. Ой, а я вас не слышу, просто. Нужно включить. А тут не включается свет, что ли? О, включается. Justin, what you say about Haley? Justin. А, кстати, как ты мне напомнил? I have one question for you, Justin. А мне теперь не дают ничего брать, только кидаться тем, что у меня уже есть. Я хочу взять, может быть, мишку. Отпечатки есть? Джули Стивенс, дай нам знак. Отпечатки есть? Тише будешь, дальше будешь. Нашла? Нет. А. Джули Стивенс, дай нам знак. А куда бежать, если что? Ты же сказал, что ты знаешь этот дом, как запинать. Я думала, это никто не услышал. Но МП пока молчит. Давай я вопрос задам. Задай. А как? Я... Ну, типа, говори имя призрака и, типа, поговори со мной. Егор, блин! Задаю вопрос, где ты? Так надо? Лучше еще имя призрака говори. А как его зовут? Джули Стивенс. Джули Стивенс, где ты? О, здесь температура падает чуть-чуть. Все, камеру здесь ставлю. Нет, не здесь, подождите. Пока неправильно, да, сделала? Все-таки там. Не, правильно, просто нужно ждать, пока она тебе ответит. Если ответит вообще.
Я тоже. Джулия Стивенс, где ты? Правильно? А, в рация. Джулия... Да подождите, какая рация? Она у меня автоматическая. Не путайте. У меня рация автоматически включена. Я настроила. Здесь Джулия Стивенс, где ты? Джулия Стивенс, где ты? А где Макс? А где Джулия Стивенс? Где ты? Не говорит. Она со мной не разговаривает. Юлек, а вон на второй этаж. Тогда на второй. Пойдем. Мы идем на второй этаж. Мы так свет раз и включили. Скрипучие полы вот эти. Вот на втором этаже нас с конь... Ой, кончили. Кокнули. Ой, ребят. Ай. А здесь температура-то 20. А внизу температура. Да? Странно. Нам нужно фиксировать именно минусовую. Да. Короче, там, где будет пар... Тут топят. Так, ну мы можем поднять... Это что? А, это череп, вот тоже артефакт. Ой, давайте... Мы можем его взять, но... Чё? Может, что-то... Давайте возьму. Берёшь? Ты хочешь, чтобы с тобой произошло что-то плохое? А мы будем смотреть. А вы чё, офигели? Чё ты... Я вас снимаю, нах. Ты чё... Давайте, я беру. Ой, я снимаю это на видео, давай. Снимаешь? Вроде живая. Возьми в руку. Реально жива. У меня этого нет в руке. У меня этого нет. В голове! Джулия, как ее там? Джулия Стивенс, где ты? Тише, что это? Это Юлька. Свистулька. Но этот свист пошел, как только я на радио нажал. Я не знаю, это радио теперь или реально призрак. Это я свистел. А, ты чё? Бля. Зачем такое делаешь? Мы что-то серьезное. Пойдемте вниз. Да, мы вообще не шутим даже. Да. Никаких шуточек. Надо искать. Джулия Стивенсон, дай знак. Джулия Стивенс. Кости надо фоткать, пишут. Ой. А как фоткать? У нас... да ну, жопу. Не знаю, наверное, не на камеру, а на фотоаппарат. Да. Я иду. Я вот так хожу, ребят. Ну, Джулия Стивенс... Я ничего не понимаю. Я тоже. Странная игра. Нас пугали с Максом почти сразу. А в этот раз не пугают. Да ведь? Ой, а так мне же не могут ответить, я же их не слышу, потому что я ушла. А вы где? Бля. А вы где? Я потерялась. Ёб твою мать, меня сейчас... Я нашлась. Это кто свет выключил? А? Это не я. А ты тоже убежала от страха? Да. Чё? Кто свет выключает? Свет. Не балуйтесь. Вот сейчас уже не я выключил. И что делать? Фоткайте, снимайте. Его выключила Юля Стивенс. А камеру куда ставить? Блин, выбирай любую комнату. Ну да, куда ее ставить? Я не нашел места с низкой температурой. Вообще не нашел. Да, понять хотя бы один призрак МП, либо низкая температура, и тогда ставить камеру. А МП, ты нашел что-то по МП? Нет, вообще молчу. Я на вопросы нажимаю, ребят. Нажимаю на вопросы. На все, она ни на один не хочет ответить. Ты дружелюбные? Юлия Стивенс. Видите, ничего. Она отвечает одиночком. Да ёпту я налево, а это было сказано? Ребят! Слышь?
Ребят, пишут, да, что она отвечает одиночкам. Вы слышите это? Так, давай тогда ты остаешься одна в доме, а мы уходим, и ты задаешь ей вопрос. Да. А что мне вам принести? Уходим, ответ? А мне вам ее ответ принести? Это достаточное доказательство паранормальщины? Если заговорить с тобой, то да, все, это уже доказательство. Максим, чего? Знать, уходим. Ладно. Уходим. Все, тогда. Только через радиоприемник с ней болтай. Я вот так поближе к дверке, да, подойду? Пока. Блин. Юлия Стивенс, ты здесь? Это что было? Это ваши тени там? Вы отойдите. Юлия Стивенс, ты где? А? Юлия Стивенс, ты где? Юлия Стивенс, где ты? Юлия Стивенс, дура! Да вы подслушиваете! Она не это! Как выйти-то, блин? Я ухожу. Я не знаю, потому что она меня не это, не... Все! Все! Вы слышите? Вы видите? Она кряхтит на ушко. Кряхтит на ушко. Это не Егора? Да. Это я. Это Егора. То есть она тебе именно через радиоприемник ответила? Нет, это Егор мне покряхтел на ушко через микрофон свой. Юлия Стивенсон, ты где? Стивенс. О, кстати, здесь пар был только что. Егор, проверь тут температуру. Где? Не уменьшается она? Здесь все еще 20 по Цельсию. Вот здесь падает. Вот здесь еще падает. Так. А здесь? Здесь 15 по Цельсию. Вот он, клубочек пара. Юлия Стивенс, ты здесь? Джули Стивенс. Да? Вот же она, вот же она. Юлия Стивенс, привет. Юлия Стивенс. Пулька, ты здесь? Ой, а где Джулия. Почему Юля? Реально, мне пишет, надо Джулия. Ёб твою мать. Джулия Стивенс, ты где? А, ты чё, подружка? О, вот она, блядь, МП, блядь, закрываем дверь, сука. Подружка, вот она смеется. Не давайте ей зайти, не давайте ей зайти. А она заходит. И я, это я держу. Походу, я накокнули. Да, судя по звукам, там кого-то она убивает. Ян, прости. Температура ноль. Ой! Все, это комната призрака, значит. Нам нужно камеру у Яна украсть. Так, здесь зашкаливал МП. Да. Блокнот. Тут туфелька. Пожеванная такая, какая-то такая. И давайте поищем еще отпечатки, кстати. Ну-ка, сейчас. Отпечатки. Я ее призвала, получается. Боже мой, господи. Так, у нас ЭМП уровень 5 ставим, да? Да. Ну, я, конечно, не успел заметить, но он там так зашкаливал, что как будто 5 было, да. Температура здесь 0 по Цельсию. Но ну, как бы не минусовая. Нет. Опять пишут, что пара это не минусовая. А кто-то пишет, что пара это минусовая. Давайте сами придумаем. Все верно. Значит, градусник не врет. Мы уходим из комнаты, правильно? Блокнотики, ну, чтобы записала она. Да, да, да. Давайте, да. А что мы будем делать теперь? Нам нужно забрать камеру у Яны, ее поставить и посмотреть фургончики, если что, это самое. А где же? Ой. Блять, она мне экнула на ухо, сука. И мне тоже. Она походу АСМРщица, типа призрака. Выбираем. А где АМП? ЭМП. Такие туфельки, смотри, Настя, хочешь все такие?
Там такая же одна лежит. А смотрите, а здесь да вообще какой-то бардак, честное слово. А вы куда? Я хочу найти труп Яна, чтобы забрать у него камеру. Но да, что-то... и поставить ту комнату. А чего? Она его съела, кажется. С потрохами. Вот же он. Ну, труп должен быть. А где? О! На диване, прилег. Ну, он его фонарик валяет. Это коробки. Сядь, ляг за диван. А чё, ничего нет? А как посмотреть, какая гримаса у него? С каким лицом он умер? Никак. Уберегли нервы. Камер нет. Вон фонарик только валяется. Она за текстуру упала, что ли? Молоток. Фонарик. С меня упала в прошлой игре. Ладно. Пойдем заглянем. Может, она написала уже чего. Ну, идем. Я только уже забыл, где эта комната была. А, вот здесь. Блять, я опять портрет. Я тоже. Я тоже, но тихо испугалась. Нормально. Пока не написала. Пусто. Ладно, а может, поговорить с ней еще? А может, это вот эта комната все-таки тогда? Давайте может, поговорим? Вот, и поговорим, да? Ну, попробуй. Да? Джулия Стивенс, ты дружелюбная? Кстати, отвечает всем написано, так что можем сомнить. Джулия... Бля... Ну, она смеется, она добрая. Она добрая. Ёб твою мать. Ёб твою мать, а как теперь это развидеть? Как это убрать? Фу, господи, прошло, ребят. Она отвечала, то есть, получается, типа в радиоприемник. Это канал ты должен поставить. Радиоприемник поставил. Настя, ты меня слышишь? Ой, да, я тебя слышу, а ты где? Ты это? Вот ты вот это? Я прям перед тобой стою. Привет! Привет! Ну я тебя слышу так, как будто это, из жопы. Да, у меня то же самое, у меня то же самое. Ой, мило, здесь мило. Ржёт снова. Да? Я тоже слышу. О! Блять, у тебя один остался! Приехали, Юлька, ты что делаешь? Все, Макс, ну как обычно, вывозит эту игру. Привет. Привет. Давайте все вместе. Да. Ой, а вот. А как выглядит лицо? Не посмотришь. Бля, вот и моя очередь, сука, нет. Где она? Она ушла, всё супер. Нам нужно в Дискорд Максу рассказать. Правильно я говорю? Не, пусть сам разбирается. За что? Ну просто. Мы будем его защищать. Ой! Оно вот так жух сделало только что. Ну? Чё делать-то? Ой, искры! Фейерверк. Она лампочку разбила, Макс говорит. Температура все равно не падает, говорит он. Что делать, непонятно. Я сама не знаю, что делать. Она дверь закрыла мне. Она еще и дверь ему закрыла. Я тут сойду с ума. Блин, а как же быть? Давайте. Давайте. А что делать-то, господи, помилуй, блин. Лампочку сломала. Дверь закрыла. Из окна не выйти. Ужас. Она хохочет. Она недобрая, наверное. Ой. Она, наверное, недобрая. Ой. Ну, а разве добрые убивают? Ой.
поиграть пытает. Она игрушит. Она не играет в своей жизни. Почему Макс не собирает? Почему Макс? Ну норм, мне нравится эта игра. Макс выжил! Охереть. Он это сделал! Это очень страшно. Потому что я один. Он! Он выжил! И, ну все, да, у меня рассудок. Поэтому на Максе корона, а вы спрашивали, почему. Вот такой вот человечек. Такой вот. Реально ни одно задание не выполнили. Ой, мы живы? Нет. А. Сейчас почитаю. Это может быть либо дух, либо мираж. Либо близнецы. Ха. Так, дух. Значит так. Чат, кто это? Но нам нужны деньги. Поэтому давайте, спойлеры приветствуются. Мара пишут, Мара. Ребят, плохо слышно пишут. Мне самой плохо слышно, ребят, потому что мы подохли. Ну, короче, ребят, да. Не знаю, я ставлю, наверное. Мара! Эй-эй-эй, Дискорд, стой! Ку-ку, ку-ку! Да. Макс! Этот! Мара! Почему Мара? Мне так написали. А, потому что она типа в темноте лампочки бьет. Походу, я не знаю. Ну ладно, ну, ладно, доверимся. Это будет на вашей совести, ребята. Конечно. Да? Согласны. Как выключить теперь звук? Выключила. Мы ставим Мару. Так, я только не могу найти. Вот Мара. Что у нас там было? А... Уезжаю. Подожди, что у нас там было-то, блин? А что у нас было? МП? О, нет, значит. А что у нас? Короче, я пыталась все что... Че? Не выиграли? Йокала мене. А, это Йокай. Йокай это был. Да. Йокай. Ну, кстати, 75 мы все равно заработали. И в основном за то, что достигли 0% рассудка. И выжили. Видите, какие мы молодцы. Вот это вы конченые. Вот вам денежка. Все, я покупаю фонарик. У меня не хватает денег на фонарик. У меня вообще нет денег. Я сегодня Sugar Daddy. Сейчас я всем все куплю. Я не знаю, сколько $1,700. Слушай, ну на тебе корона, потому что вот корона. Ладно, давай те. Микрофон. А, нам нельзя? Нам нужно уровня определенного достигнуть просто. И микрофона у нас, по идее, нету. А потому что у тебя 7-й уровень. Да. А у меня 2-й. А нужен для микрофона... А у них по одному. А почему? У Яна с Егором 1 уровень. Ну, они только... Ну, Ян потому что только первый раз играет. Да, я только начал. Да, я тоже с этого аккаунта в первый раз. Фотик. А фотик нам тоже нельзя. У нас тоже он недоступен. Нам вообще ничего недоступно. Мы лохи. Мы чмошники. Да. Ну, мы распятие можем на 8 уровне. Мы лузеры. Давайте. О, смотрите, черепушка появилась здесь. Это я ее, которую украла? Да, трофей. Да, она вот здесь появилась, в этом шкафу. А где шкаф? А, я поняла, где-то не здесь. Я выйду тогда, посмотрю на шкаф. А где шкаф? Вот сюда иди. Ну! Скоммуниздила! А у нас бы еще челюга была бы, если бы мы взяли, не зассали. Ну ладно. Какая там карта? А сложности повысим? Конечно, ну, а да. То вообще скажите, давайте. Скукотища. Слишком пусси. А как выбрать? Просто кликаем по аватарке персонажа. Я уже даже сейчас... А, ну вообще... Зевну! Давайте, дайте поддайте огонька. Нам сложность доступна на 50 уровней.
Чё-то вы начали квакать. Ты квакать начал. Да, Макс. Я? Да. Квакать? Квакать, ты зачем? Когда говорил. А, я сказал, что средняя сложность доступна только на среднем уровне. Ой, ё-моё. Нам еще и уровень нельзя повысить. Вы чё вообще, блин? Ну куда заплатить? Что, кому позвонить? Он повышается, если мы будем призраков правильно угадывать, он будет повышаться. Нажимайте готов, получается, да? Поехали. 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 Давайте. Чего? Там было... Там было написано, у этого дома мрачная история. Дискорд, пожалуйста, пишут. Пишут, дискорд, пожалуйста. Давайте дискорд, пожалуйста, спасибо. Давайте. Да нет, здесь тоже классно. Да нормально. Да мне пишут просто все. Да пусть. Тебе нужно опрос устроить, тогда будет понятно. Да я не умею опрос устраивать. Все, ладно, пошли все мы отсюда. Так, значит, у нас дело номер 13, Нэнси Браун. Коричневая Нэнси. Не знаю, что это значит. Значит, нам нужно... Отвечает всем. Вот она, найдена. Достичь среднего рассудка уровня. Обнаружить призрака при помощи датчика движения. Сфотографировать призрака. Достичь среднего... У нас нет фотографирования. У нас средний... Ладно, рассудок мы выиграли. Обнаружить призрака при помощи датчика движения. Датчика движения у нас нет. У нас ничего нет. Пойдем. Пойдем. Главное, тип хотя бы. Я беру ключ. Так, я взяла ключ. А как открывать? Фиолетовый и... Егора. Егора рыжий мальчик? Похож, кстати, на тебя реально. Я одна, что ли? А, нет. Тут не одна. Черная. Так, радиоприемник кто-то возьмет? С черными волосами. Уточнила. Просто у меня тоже черные волосы. И у Яна. Ян, ты же такой? Да, с челочкой. Эма. Продолжай. Так. Чё там? А я даже разговаривать не могу, у меня нет разговорника. Отвечает всем. Как её там, Браун, кто? Нэнси. Нэнси Браун. Нэнси Брил. Нэнси Браун. Так у нас нет этого разговорника. А, у кого? В фургоне. Когда говорят, когда задаешь вопрос, не надо говорить имя. Как это не надо? Не знаю. Я заблудилась, ёпти. Какой-то телефон, кстати, его можно взять. Попробуйте. Бери. Я нашла выход. Я взял. Бу! Я взял. Слушайте, я ориентируюсь жестко вообще. Я уже... Ой, как она меня... Вот это вздохи вот эти. Охи-ахи. Не нравится. Ну-ка, я иду за разговорником. Я буду разговаривать. И у меня хорошо получается. Это что? А, это видеокамера. А это что? А что это? А у меня руки заняты, все, не могу. Я бегу, ребят. Я бегу. Вы видите? Она задохнулась, просто я не могу. Ой, я вовремя. Как тебе? Да. У вас вечеринка? Тот же прием, да? Против меня. Да. Угарный. У вас вечеринка? А что случилось? Да я просто спел им, типа, Эдвард Каллен, что ты стоишь, готова отдаться, ты что, не видишь? И Егор такой, окей. Ладно. Я испугалась. Я даже не могу смеяться. Ей было неинтересно. Я испугалась звука, а это вентилятор на потолке. Или нет? Или это не он? Нэнси Браун, привет! Пока. А вы где уже? Ой. Ой. Это не я.
Ребята, прячемся походу. Походу. Куда прятаться, Юля? Я не знаю. Заходи, Настя. А как выйти? Я выхожу. Это я играла. Ян. Ян. Ян! Ты жив? Ян, а где ты вообще? Ёб твою мать, Ян испарил! Ребят, Ян испарил! В смысле? А мы в подвал? Он спрятался! Он спрятался в шкафу и исчез! Он в Нарнии, походу, ребят! Ребят, он в Нарнии! Ребят, нам нужно Яна вытаскивать! А где подвал здесь? Нет, он а не а вот пианино, смотрите. Вот так да, и Ян вот сюда убежал и исчез после этого. Его, походу, грохнули. Блин, из-за меня? Не знаю. Я пошутила! Я пошутила! Здесь теплеет. Здесь теплеет, а здесь? Я пошутил. Кукла Вуду! Вот ее, по-моему, тоже, если взять, то что-то будет. Ну или нет, я не помню. Берите! Я Яну... Боже, боже, какой ужас. Значит, она здесь была. Нэнси Браун, ты дружелюбная. Я взял, что будет? А теперь мы не поймем, кто призвал ее, блин. Ты не взял, ты положил. Я взял, вот. В руках держу. Я знаю, что тут из артефактов есть еще доска Уиджи, которая сразу же атаку триггерит, по-моему. И зеркало какое-то, которое тоже триггерит атаку. Подождите, а Яна просто съели? На хату этот. Яна съели, да? Ну, раз он молчит, значит, да. Нет, просто мы его даже ведь не видим. О. Эй! 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 Ответ был, пишут! Да. Я испугалась сильно! Куда идти? Куда идти? Почему? Такой сраный градусник. Раньше же был электронный в игре. Да, кстати. Вот тут, возможно, ребра! Ребра лежат, вон. Обглоданные. Синие ребрышки. Ай? Чё, это? Фрэнк Байбаста! Я взяла. Сувениры. Нэнси Браун. А тут тепло, hear me? Тут тепло. А? Тут тепло. Нэнси Браун. Тут 20 градусов. То есть это вообще, да? 20 градусов. На втором этаже падало до 10. Здесь вообще херня какая-то, тепло. Идемте, значит, на второй. Скорее всего, там комната призрака. Ну там, где Яна-то съели, там и комната призрака. Вот здесь вот справа. Вот фонарик. Нет. Яна. Вообще не факт. Вот фонарик Яна. Бля. Ой, какой кошмар. Ребята. Так она здесь, значит. Ну, не факт, это может его просто так съели тут. Сейчас, конечно, прочекаем на отпечатки, на всякий случай еще. Такой ты серьезный дядя. Умный дядька. Сейчас прочекаем на отпечатки пальцев еще. Ай! Температура падает постепенно. Сейчас я скажу, ноль или не ноль, потому что медленно падает. Нэнси Браун, ты здесь? Да подожди-ка, еще температура не упала. Она говорит, я здесь, ёб твою мать! Хера ем! За тобой пар! За тобой много пара! Нэнси Дрю, ты дружелюбная? Нэнси Браун. Ой, бля, это из детства мне. Отголосок. Нэнси Браун! Здесь всего... I'm so sorry. Ты дружелюбная? Killing. Она убийца! Она сказала киллинг, да. Киллинг. Ёб твою мать! Пизда всем. Нэнси Браун, сколько тебе лет? Нэнси. Нэнси Браун, сколько тебе лет?
Это уже мужчина. Нет, свяжите с Нэнси Браун меня. Нэнси Браун, где это ты? Это её муж. Муж? Какой муж? Нэнси Браун, Егора, ты где? Хочу. Я не знаю Инглик. Я не знаю Инглик. Я не понимаю, что она говорит. Послушайте, переведите. Блин. Ну, МП тут как бы на нуле. Нэнси Браун, ты где? Ты где? Нэнси Браун, ты где? Ты можешь найти путь? Ты можешь путь? He can wait? Ей 20, ей 30, ей 40. Понятно, она такая. Такая, непонятно. Вы слышите? Она сказала he can wait. He can wait. Это что значит? He can wait? Ну, наверное, она не то сказала. Послушай еще раз. Послушай, послушай. Нэнси Браун, ты где? Бля, пойдем. А как поставить камеру? Она уже здесь. Как поставить камеру? Нет, не здесь. По-моему, на какую-то кнопку, не помню. Ну, попробуй на G. А что за звук? Выкинуть, нет? Отметь, нет, что она отвечает. Я попробуй сейчас отмечу, что она отвечает. Радиоприемник. Либо на Т, может. Я отметила, спасибо всем. Либо на Б. Минусовая температура была? Она сказала, убирайся. Нет, пока нет. Давайте убираться. Веники, Настя, тряпки. Стоишь, бери швабру. Я успела первая пошутить. Нет. Я успела. Ну, давайте, я веники, тряпки. Камеру. И чё? Только смотри, её нужно поставить еще. А, ну вот, всё правильно. Можем идти в фургон чекать. А она включилась? Ну, там нужно было включить ее, да. Сейчас посмотрим, Егор включил. А иначе придется возвращаться. Кукла Вуду. Походу нет. Вот! А, нет, вот да, включил. Только нам, конечно, лазерный проектор еще нужен, чтобы, если что. А вот это что? Вот эта штучка у меня. Внеси какая? Улики, я вношу улики, я все. Все а, у меня вот, есть. Палочка. Кстати, да. Ее нужно положить на стену, чтобы она светила. А что? Страшно. Да ладно. Она просто сказала, я киллинг. Я киллер. Я киллер. Вот я она, киллер. Вот тут пар, вот пар тут. А, это призрачный огонек, наверное, нет? Нет. Нужно вот, чтобы на ту стену она светила. Вот туда вот. Вот на эту? Какую? Ну, типа того, да. Там, где шкаф вот этот. Ну вот типа того, да. Сейчас пойду чекну. И чё это? А зачем это? Ну и теперь мы сможем, если чё, её силуэт, по-моему, разглядеть или что-то такое. Ну-ка. Ну, если вдруг чё будет. Смотрим. Интересно, Ян там чё делает? И он написал, что его выкинуло. Его выкинуло из игры? Призрачного да, огонька да. Нет. Его не убили? Тьфу ты, ну его убили, но... Убили? Хотя, может быть, и не убили. Нет, не, не мы же не нашли тело. Значит, нет. Либо его съели полностью. Макс, а ЕМП зашкаливало? Минусовая температура, пишут. Да я не верю. Я не верю ничему уже здесь. Просто, ну, смотрите, мы... У тебя подмышка мокрая. Да? Да. Ой, я блокнот-то не оставил. Ой, господи. Она должна быть здесь где-то, по идее. Она же здесь отвечала. Нэнси или Браун, ты здесь? Нэнси Браун, ты здесь? Нэнси Браун, ты здесь? О, я вижу ее вон там. О, блин. Она наверху была, ну точнее, мне она шепнула на ухо там. А мне она здесь, а вот здесь шепнула. Она здесь была. А, она вам тоже шептанула, да? Да, шептуна дала. А где? Нэнси Браун, ты здесь?
Нэнси Браун, ты где? Нэнси Браун, ты где? Блокнот на F пишут. Что значит? На F. А что это такое? А все, пиздец. А все, она закрылась. А все, они так, уходи. Так, прячемся, прячемся. Так, 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 тихо, тихо. Пока. Макс сказал... Ой. Ёб твою мать. Ой, боже, что она с ним делает? А что, ты еще сейчас меня сожрешь? Фейерверки. Да, она мне тоже тут свет погасила. Послушай. Боже. Она еще здесь. Она поет песни. Нэнси Браун. Ой, это фигура. Я и говорю. Жестко она вся, Егор, конечно. Егор, ты где? Ой, зачем? Ты что? Ну, я тут там не видела. А кто она? Мара, хотите сказать? Не хочу сказать, что это Мара, нет. Разбивала. Может, опять этот Йокай? Минусовая температура. Была? Нет. Градусник не показал, наверное, я не спрашивала. Ультрафиолет? Нет. Призрачный огонек? Нет. МП? Хер его знает, если честно. Записи в блокноте? Нет. Это мираж. Значит, у нас это мираж. Макс, я там блокнот оставил в коридоре. Я блокнот оставил в коридоре. Чекни блокнот, пожалуйста. И еще там я переставил камеру. Может, можно засечь что-то. Все, прости, я мьючусь обратно. Прости, что напугал. Так, ставим галочку тогда. Я пойду в фургон, пока. Ма... Фу, Егор! Папе ему нянял. Это либо ёб твою мать! Это какой-то... Это уже кто-то... Это, наверное, малыш. Это либо полтергейст, либо диаген. Там я... А вы знали, что... Чупапи Муняню сказал, да? Да! А вы знали, что диаген срал на улице? А это кто? Философ такой античный. А, да, это у него такой перформанс? Ну да. Или почему? Или какие-то другие соображения там у него? Какие-то свои соображения, нет? А где Макс? В фургончике все еще, что ли? Шкерится. Пока. А так у него 0% разума. Ну и, видимо, и не будет уже. Конечно, не будет. Кто это тогда? Призрачного огонька нет. Нет призрачного огонька. Еще бы какой-то признак, но МП, по-моему, тоже молчал. Значит, это никто. Диаген пишут. Диаген пишут. Чего пишут? Диаген. Блин. Так, кто такой Диаген? А ну, давай. Ой, господи, Диаген. Откуда они все это взяли? Вот это кто это? Что это? Морой. Геморрой. Вот это. Диаген, порой окутанный бесконечным туманом. Диаген много лет является загадкой для охотников за привидениями. Мастерски улавливает присутствие живых. Вы можете сбежать от него, но спрятаться вам не удастся. Но мы не пытались. Поэтому сложно сказать. Тратит много энергии на материализацию в нашем мире и будет передвигаться очень медленно, когда жертва поблизости.
Не заметил такого. Доказательства. Лазерный проектор. У нас нет таких доказательств. Записи в блокноте. У нас нет таких доказательств. Радиоприемник. Есть такое доказательство. Мираж пишут. Хорошо. Давай, где здесь мираж? Ладно, доверим. Мираж. Один из самых опасных. Это ваш собственный? Нет! Это не полтергейст, потому что полтергейст бросается мираж. Предметами. Мираж. Может, это мираж? А, может, а почему мираж? Она... Может, не Мара даже темноту боится. А почему? У нас ЭМП зашкаливало, правильно? Это у нас... Нет, не зашкаливало. У нас радиоприемник работал, записки в блокноте есть. Минусовой температуры не было. Минусовой температуры не было, призрачного огонька. Если призрачный огонек был, призрачный огонек. Ну, вроде не было. А чекни еще раз на камеру, я там представил. Ну тогда это, возможно, действительно деген, да. Но я вот слежу, и что-то никаких огоньков здесь нет. Огонек был, пишут. Ну да, здесь вообще никаких движений. Обычно он сразу проявляется. Искра была, а это она лампочку раздолбала. Давайте деген тогда ставить. Я поставил деген. Все. Ставьте вы тоже что-нибудь, и я сваливаю. Ой, я не успела. Я только нажала на Ж и сразу... Морой! Где Морой? Я уже пошутила. Неужели? Я задолбался. Жесть, что с тобой стало? Ой. Да ничего, просто вылетело, как у вас вылетело. Блин. А я уже такой сюжет придумала, да что я, тебя... Да я ржал. Про хроники на армии. Не, хроники я не знаю, но Нарнию знаю. Подождите. А почему геморрой? Чё? Ну, да. Давай, а что, мы отгадали или нет в итоге? Нет. А минусовой температуры не было, что за прикол? Не было минусовой температуры. Ну, либо мы плохо следили. Пар, может быть, это не минусовая температура. Раньше так было, сейчас не так. У меня только минус 5 было. Ну да, мы ходили с градус. Минус 5 у тебя было? Ой, 5. Ну, все, какой минус? Не было минуса. Поехали! Поехали. Электрический градусник, да? Возьмем электрический. Все, сейчас буду расхеривать. Подождите, а нету электрического же? Нет. Реально нету, а раньше был с циферками градусник. Вообще, представляешь? О, зато у меня есть деньги, я могу себе что-то купить. Что же я хочу? Надо что-то покупать. Сейчас фонарики куплю. Да, фонарик. У меня $49. Мне на что не хватает. А у меня 97. Нажмите на... Мы можем купить на всякий случай 2 блокнота, чтобы положить в 2 разных комнатах. Так быстрее. Конечно, будет. А можем 3. Ну, лучше, ну, можно и так, конечно, да. Термометра тоже 2 лучше взять, можем чтобы вообще еще точно даже определить. Мы 4 можем. Ну все. Теперь все. Что тогда все. Пар значит? Задают резонный вопрос в чате. Что тогда значит пар? Это значит присутствие. Это значит, что признак, да. Призрак. Мне кажется, это просто, температура ближе к нулю, но не факт, что минусовая. Не, это то, что типа находится призрак. Так, пар ты не читай там чат. Либо его комната, что-то вроде этого. Это комната призрака пишут. Да, вот я тоже так считаю. Нет, я так не считаю, это в чат написали. Пойдем. Все, погнали. Поехали. Мне кто-то тут перегораживает экран, и не и могу. И мне тоже. Да, у меня то же самое было. Так, Ян, кто ты? Да, это ты. Да? Отойди. А как мне уйти? Escape, нажми, нажми отойди. Escape, и отойди. Вот все? Тетка перегородила. Бля, у меня камера сдохла опять, ребят. Да, это правда. А у тебя перегрелось, что ли? А я не знаю, если честно, ребят, простите, конечно.
Егор мне в прошлый раз сделал как так, что она не перегревалась, но теперь почему-то это снова происходит. Я не понимаю, почему. А у тебя теперь же вебка есть. Я не знаю, я ничего не втыкала вообще, я на тебя рассчитывала. А я на тебя рассчитывала, я просто не знала. Да, все правильно, я сделал все как в прошлый раз. А почему тогда она гаснет? Может быть, батарейка не полная? Нет, полная, я заряжала специально заранее. Сейчас, а ребят, подождите. На пустышку стримить. Да, ты пока исправляй, сейчас. А я пойду попью. Хорошо. А я конфет возьму. Я починила. Сейчас, я побыстрее. Все ушли пить, чего есть конфеты. Застали такой вот интимный разговор. Ну чё? А, чё и чё, мы же ждём, господи. Ёпа. Ой, это... Ой, воды забыл взять. Ну, ё-моё. Ну, ё-моё. Ну, ну, что тебе сказать? Ну, конечно ж, попей, что ж теперь сделать? Да, ты совершенно права сейчас. Слушайте, игра, конечно. Не могу сказать, что самое страшное в моей жизни. Не могу так сказать. Просто не могу сказать. Она как будто бы и не должна быть страшная. Она должна быть вот как раз вот детективная. Да, детективы, но у нас нет никаких данных. У нас даже нет возможности эти данные выявить. Мне кажется, так, это нужно начать с того, что у нас нет для детективной игры природных данных никаких. Нет, у нас нет возможности. У нас нет возможности купить микрофон, чтобы петь BTS. У нас нет возможности фотокамеру купить. Я сдалась, okay. Спасибо. У нас нет фотокамеры, возможно. У нас нет соль. Успокоительное мы не можем. Да. Mm-hmm. Ох, Bubble Tea такой вкусный. Я так. Люблю Bubble Tea. Но вот сегодня ради ребят я заказал и попью ради них. Ага, спасибо. Я кто-то на диете. Сладенький, с тапиочкой углеводный. Так. Поехали. Да, на молоке, вкусно. Сытненький. Поехали. Так, ротик, поехали. Это Егору надо кнопку нажать. Да, Егора, готово, нажимай. Нажимаем. Так, кто слишком долго остается на свету, призраки нападают на тех. Я подсказку увидела. Так, пендинг. А, нет. Эллен Дойе. Дю. А как это прочитать? Эллен Дойе. Как читать? Эллен Дойе. Эллен Дойе. Эллен Дойе. Найти улики при помощи детектора МП. Засеките звуки призрачной активности при помощи направленного микрофона. Пошел в жопу. Достичь среднего рассудка. Пойдем МП свой пихать. Я взял МП. А я буду разговаривать. А я... Я взял градусник и ультрафиолет. А у меня нет фа... Не-не-не-не-не. Все, едем. Ключи только возьми. Взяла. Ой, какой домик миленький. Эллен Дойе. Зовут. Не забываем. Эллен Дойе, привет. Эллен Дойе. Эллен Дойе, ты здесь? Я прям сразу, мне надоели вот эти вот прелюдии. Эллен Дойе, ты здесь? Ты где? Я правильно разговариваю? Надеюсь, меня первого не убьют, блин. Эллен Дойе, где ты? Я неправильно, наверное, говорю имя-то. Эллен Дойе. Может, я тебе дам, ты будешь говорить, тебе лучше получается. Хочешь? Ну, давай попробуем, давай. Да. Сейчас я выброшу, на. Подымай. Так. Ага. Мы можем уйти в другую. Эллен Дойе. Что? Она отвечает только одиночкам. Ты должен. А. Точно. Давайте, ребята, уходим, расходимся. А мне кажется, она рядом с открытой дверью. Одному. Я по.
Эллендой, Эллендой, ты дружелюбный? Эллендой, где ты? Я какую-то тень вижу. Я какую-то Эллендой, тень. Сколько тебе лет? Так, давай мне, я уйду спрячусь, чтобы, если что, мне в чате написали, что она сказала. Я пойду в самую глубь. Ёпта, беги. Спасибо. Я пойду в самую глубь. Она никогда не отвечала. Что, получилось? Нет, конечно, нет, потому что я была рядом. То есть что? Я просто так сейчас своим... А, ты меня напугал. Нет, я надеялась на лучшее. Ой, а где мой фонарь? Фонарь. Подождите, я прячусь. Так. Давай. Зачем? Вам нужно МП за это самого. МП. Да, я МП за это самого. Здесь везде. Да не иди ты. Уйди-ка. Эллендой, где ты? Эллендой. А, надо нажимать на фразу, а не говорить. Ёб твою мать. Да что ж такое? Ну я уже не знаю. Я уже по-всякому. Давайте. Сколько тебе лет? Где ты? Ты дружелюбный? Тебя нет, понятно. Пойду-ка. Никого нет больше здесь. А вот здесь. Ты дружелюбный? Черными камнями меня накорми, чтобы дать жизнь огню. И в этом заснеженном адском пристанище тебя я согрею. Руна. Паранормальщина. Где ты? Кто тут шуршит? Вот. Сейчас я поставил карту. Чего это? Вы уже все сделали? Что, ой, какая милашка. Девочка. Ой. Да. Вы все сделали уже, все? ЕМП не реагирует. А где ты камеру поставил? Вот здесь, вот, на столе. Эллен Доу пишет. ЕМП нигде не реагирует. Так, допустим, будет атака. Куда я спрячусь? Вот сюда. Это похоже на... Нет, это не похоже на прятки. А куда еще можно залезть? Это вы? Эллен Доу. Эллен? Доу. Эллен Доу. О, вот здесь, кстати, температура немного падает. Сейчас посмотрим, до скольки. Вот и пар пошел, пожалуйста. ЕМП изо рта. Ничего, пусто. Эллен Доу. Да, да, так и есть. Я положил блокнот. Выходим! Все выходим. Сейчас температура упадет. Я посмотрю. Ты что, ты пердишь здесь? Ой. Чего? Это ты дышишь. Я слышал это. Камеру это... поставить надо здесь. Давайте. Это Макс пердит, да, а потом вздыхает, значит. Нет, я не вздыхаю, я так пержу. Нет, ты потом... Сел. Давайте вот здесь, на эту тумбочку. Какого? Давайте. Вот на этот, на F нужно ставить. Ты причвякиваешь мне на ухо, фу. Ты F удерживаешь и поворачиваешь. Да, да, да. Короче, температура, она на 5 градусах, так что не минусовая. Все, брысь. Брысь все. Идемте, выйдем оттуда. И посмотрим по камерам фургончики. Погнали. А я что, совсем одна осталась, что ли? Ладно. Эллен Дой, ты здесь? Где ты, да? Эллен Дой. Сколько тебе лет? Где ты? Эллен Дой, где ты? Эллен Дой, где ты? Ты дружелюбный, Эллен Дой? О! Блин. Ага. Привет. Эллен Дой, привет. Настя, иди из этой комнаты, пожалуйста. Ёб твою мать! Ты
чего? Ты чего? Ты чего меня пугаешь? А куда мне идти-то? Ой, здесь можно выйти просто и прятаться не надо никуда, слышь? Ну? Видите? А она мне дверкой помахала. Беги. Она мне дверкой помахала. Слышь? Слышь? Мы видели силуэт. Да, нужно чекнуть блокнот. Она мне дверкой... Конечно, иди. Эллен Доу, а не Доя, пишут мне. Извините. I'm sorry. I don't знать English. Чекаем блокнот. Чекай. Блокнот. А где? Я его на кровати оставил. А вот и улика. Чё, ну, куда блокнот делся? А вот он лежит. Вот. И я вот так его... А куда там? Как его там? Вот так. Ой, блин. Так, я с вами, все хорошо со мной. F. Меня пока никто не убил. Это очень... Это здорово очень. Жить здорово. О, ЕМП здесь дает сигнал. Ой, ёпта. Атака. Чё делаем? Ой, ёпта, я прям слышу. Здесь, ребят? Мы здесь. Чё, я на убили опять? Да. Яна убивает первым, меня потом, Егор предпоследним, а Макс выживает. Да, реально. Так, ЕМП, ЕМП не зашкаливает, он просто поднимается. Ага, ну значит мы зачерпываем ЕМП. Эллен Доу, ты дружелюбный? Не дразни, не драконию. А, нет, сейчас МП 5 было уже. Ой, 5. Было? Да. А! Ты вещь кинула! Походу полтергейст. Да, вещь кинула, вот здесь пролетела какая-то вещь. Какая это была вещь? Но по уликам, что-то полтергейста здесь нету, кстати. Вы видели? Кинула, кинула. Не видел, но верю. Я в чат еще пишу, спасибо. Я просто сама себе не очень верю, я, может быть, испугалась. Но вообще-то... Ну, по уликам, которые у нас уже были... Ой, блядь. Это опять та же будет? Кто это? А почему лица не видно? О! А почему какие-то разные зас... Прямо по плану. Фу ты. А-а-а! Это я кинул, это я кинул. Меня пугают кружки. Вы... Я знаю, что вы делаете. Это я кидал его. Что? Что они... А я теперь тоже могу кидать предметы ведь, да? Это же правда? Я же могу кидать... Я могу кидать предметы? Это не она, кто там? Но я тогда их запутаю. Но с другой стороны, как будто бы так можно, ну, пошалить немножко. Может быть. Радио же играло. Они этого не видят? Да. Яна, они этого не видят? Ян! А. Они видят, как летают предметы? Да, Макс испугался, когда я кинул крышку. Подожди, а получается, что это ты в первый раз тоже что-то кинул? Не-не-не, я нет, не тем делал. Ладно, значит, это может быть полтергейст? А что у меня с лицом? Ой. Здрасте. Привет. Макс, тебя убили? Да. Был лазер, пишут. Какой лазер? Ладно, давайте, у нас тут есть вот улики, давайте. Какие улики? М...
Б, да, есть. Что там? Что там? Что там? И что еще, ёпты? Ну вот полтергейст. А если МП, то это не полтергейст, правильно? Так я об этом и говорю. У нас МП и лазерный проектор. Это точно не полтергейст. Так, кто еще бросается? Так, а ну-ка. Гёе! Если это, конечно, не Ян бросился, я не знаю, может, это Ян тогда бросился? В этой катке я бросился. Горю проходит вблизи лазерного проектора. Его присутствие можно заметить только при наблюдении через видеокамеру. А мне еще дверкой помахали вот так. Гёре будет прятаться от камеры, если рядом кто-то есть. Редко уходит от места своего смерти. Ой, от... да. В общем, ага. Вообще похоже на Горю, да. Что еще у нас есть? Подожди. У нас еще есть, например, Райдзю. Например, Райдзю, да? Например, Райдзю. Это демон, который питается электрическим током. Как будто нет. Они спокойно могут приходить в волнение, когда переполнены силы. А, это мы уже читали. Ничего не понятно здесь абсолютно. Мираж, либо... Это самый опасный вид. Парить или проходить сквозь стены. А как мы это поймем? Мы это не можем понять ведь. Правильно я говорю? Ну, мы можем это увидеть вообще. Даже сейчас, если атака будет, мы сможем это увидеть. Они. Этот призрак обожает переводить свою жертву в настоящий ужас. Кто-нибудь ужаснулся? Они осторожны. Я читаю. Они сторожат... Сторожит. Фу, блин, они, ёпты, они сторожит место своей смерти, принимая для этого физическое обличие. Они гораздо более активен. О, фу, да почему они? Они, как... Нахер просто отставят меня, всё, блин. Нихуя не понимаю. Ну, правда, я сейчас изучу. Нам надо выйти из дома, чтобы хорошо друг друга слышать. Ничего не хочу, ребят. Что ты? Не они. Пишут они и не они. Минусовая температура. Но, ребята, ведь у нас не было минусовой температуры. У нас ведь ее не было. А вы где все? А какая мне разница? Я ведь уже умерла. Привет. Ты чё? Я хожу. А вы? А кто жив-то хоть? Брось Егору, пусть обосрется. Давай. Сейчас. Он... Это что, блядь? Кто зайца принес сюда? Я закрываю машину. Это был Они. Это или Мираж, или Они. Я считаю, что Они. Я закрываю машину. Я тоже считаю, ребят, тяжело, капец, блин, это для умных игра, кто бы думал, кто бы знал. Да, блин. А какой Юрей, что Юрей? Мы вообще неправильно улики посчитали. А? Ну, нам дали немало денег. Вау, новый уровень у меня. А у меня тоже! $200. Нет, у меня не новый уровень. У меня однёрки не хватает до нового уровня. У меня второй. Значит, еще одна катка. А у меня и так второй. Ты теперь прошка. Да, я реально прошка. Шучу, ты та еще нубошка. Что? Ладно! Ну ладно! Я покупаю себе градусник, потому что я так хочу! И я себе покупаю еще детектор МП. Я буду ходить сама с этим всем. На свои кровно заработанные. Если для тебя это так важно, покупай. Да! Я купила. Это твой радиоприемник. Да, и мой микрофон. Не получается, нам нужен уровень. А, какой-то. Точно. Это ужасно. Ой. Это ужасно. А как ты узнал, что нужно? Так мы даже на этом уровне сложности лажаем. Я хочу обосраться от страха, да.
Ну, да. Фасмофобия, я же говорю, она уже, как говорится, ничего нового, поэтому не так пугает, как раньше. А в ту, да что значит ничего нового? Ранее играли, у мы нас... больше с нее срёмся даже. У нас все новое в этой игре, в смысле ничего нового. Для меня все новое здесь. Ну, механика все равно та же самая вся осталась. Ну, бошка. Я не могу отойти. Ты та еще на бошке. А что смешно? Ой, будь здоров! Знаешь, будь здоров. Слово сказанное, так вот ты сказала, а потом только подумал. Ну знаешь, ты бы это слово никогда бы не сказал, блин. Ребят, вы что хотите делать? Я сказал, я горжусь этим. Я пойду собак кормить. Это 2 минуты. Давай. Так, ой. Я взял фонарики. Что ты что пришел? Тебя кормить собрались. Что ты пришел? Надо взять второй детектор МП, чтобы вот прям каждый ходил с ним. Да, ну, давай. Не каждый, а хотя бы двое. Три. Лучше иди кушать. Два блокнота есть. Кушать. Иди кушать. 2 термометра пусть будет. Все, сейчас мы должны угадать на все 100. Конечно! Давайте, я за. Я тоже. Очень воодушевленно прозвучало. Лучше, хотите так кушать. Давайте постараемся. Да, реально, мы все-таки прошли, а не какие-то там нубошки. Мы не старались, что ли? А кто не старался? Покажите пальцем. Или моей любимой кооперативной игрой станет Метр Компли. Не сыпь соль. Просто не сыпь. Ладно, я пока тапиоку доем. Так, а можно озвучивать свои мысли вот эти вот? Про себя. Она как будто пропитана сгущенкой. Собака, а? Вот собака. Собаки, найди. Я вот, блин, воду пью. Все правильно. А вы мне, Лариса Геннадьевна, совсем другое говорили. Бежим играть. Всем привет, я играю. Я играю. Нажимайте, поехали. А, я карту не выбрал. Катку давай, да. Катку. Нажимайте. Давайте. Пишут, возьми соль. Ребята, нельзя брать соль. У нас, нам ничего нельзя, нам не разрешают, мы нубы. У нас запрещено покупать. У нас денег много, а разрешений нет. У нас есть деньги, но их не на что тратить. О, написано. Очаровательный коттедж в лесу. Жаль, рядом не оказался никого, кто мог бы услышать крики последние владельцев. О, сбежать от призрака, пока он охотится за вами. Все, нашаманили круто. Скримеров? Нашаманили? Все, навибрировали? Да. Найти улики с помощью МП. О, круто, у нас это есть. Отойди, МП. Ян, отойди, ради бога. Засеките... Я тоже возьму МП. Засеките звуки призрачной активности. При помощи направленной... Ай, блин. Пошел нахер. Блокнот взял. Я буду разговаривать. Микрофон мой. Это я. А я еще взяла себе градусник. Это я себе сама купила. А камера нужна? Не знаю, что хочешь, бери. Я беру всегда, что я хочу. Бери камеру. А ключики взяли? Нет. Ключ возьми. Ключ. Ключ. Блин. Не стой при атрай... Ой, при атаке. Привет. Окей. Не строй при атаке, да. Не, я не стою, нет. Я просто не знаю, куда идти. И все. Вот не и все. Дверь. А ну, где конечно. Ключи-то? Да ёб твою мать. Надо искать их, наверное. Вон, всё. Заходим. Так, нам нужно будет убегать сейчас. А как зовут-то, блин? Как зовут?
Блин. А как зовут-то? Кто-то знает? Как нам знакомиться? Зовут как? Ой, ёпта. Катьяна Диксон. Катьяна. А, так подождите, нам же не надо произносить ее имя. Если можно нажимать только на кнопочки, где вопросы, значит, нам не нужно... Ладно, я на всякий случай буду говорить. Я просто... надо... Катьяна Диксон, ты где? Смотреть и отпечатки искать. Катьяна Диксон, ты дружелюбный? Катьяна Диксон, сколько тебе лет? И в жопу. У меня градусник, а у тебя? Нет? У меня тоже градусник, да. И у меня. Вот он. Тут температура высокая. Тут высокая температура. Здесь тепло. Она растет. Значит, уходим. А, это, кстати, самый большой дом, по-моему. Он трехэтажный. А, то есть нам нужно убегать будет из него, да? Ой, черт. То есть комната призрака может быть на третьем этаже, и тогда будет жесть. А сколько бежать нужно будет? Как будто здесь что-то мигало. А куда прятаться будем? Давайте придумаем. Давайте придумывать, куда мы будем прятаться. А под кровать можно прятаться? Нет, я не... Нет. Мы на чердаке. Какой милый чердак. Мы его уже с тобой видели. О, креслица. Кукольная. Для куколок. Ну, креслица не было, ладно, но чердак был. Слушайте, Катьяна Диксон, ты здесь? Ты где? Катьяна Диксон, ты дружелюбный? Она отвечает, кстати, всем, так что да, все нормально. Да, все нормально, ничего не получается. Свет отъебнуло. Катьяна Диксон, прив! Катьяна Диксон, ты где? А, походу, щиток выбила. Катьяна Диксон, ты дружелюбный? Дружелюбный? Слушай, тут написано, что... Ой, тут видно пар, а температура, между прочим, 15 градусов. Ничего? Кто пердит? Ничего, что температура 15 градусов, а пар изо рта. Ничего? Она временно, она со временем падает. А, да, она действительно падает со временем. Ой, тут пар, да, все. Вот она пар. Ставлю камеру здесь. Ребят, куда мы будем прятаться? Вот шкаф, но я сюда не помещусь. А здесь нет. Поставил камеру. А ее надо включать, эту тут камеру? Тут шкаф, это не шкаф даже, это... Нет, подождите, или ага, можно? Всё. Но только нужен еще этот лазерный проектор взять. Нет, нельзя. А у меня не хватило места. А теперь есть у тебя место, ты же камеру поставил, так что... Ребята, температура... температура к нулю бежит! Минусовая температура! Отмечаем быстро! Нет, подожди, пока еще нет. В смысле нет, пока еще? Вот же, ноль! Но она только смотри, все! Стоит. Ты позже, ну, как... ты позже пришел, у тебя опускается медленнее же. Вот именно, у меня уже все, у меня минус. Ну, ноль, правда, но ну, это же минус. А у меня ЭМП, у меня ничего не говорит. У меня тоже, ну я специально 2 ЭМП взял. Как ее там? Катьяна Диксон, ты здесь? Нет. Я пошел. Катьяна Диксон. Я тоже пошла. Давайте выйдем, оставим, посмотрим, что за потом в блокноте будет. Девчонки. Да. Девчонки, так, а что за помню, что за комната? Как мы туда потом попали? Вот здесь вот цветок стоит. И на телефон без телефона. А вот телефон. Ноль это не минус. Да здрасте, блин. И что теперь? Макс, ну нам же нужна хоть какая-то улика. Ну как это нет? А вы куда пошли-то? У вас минус был? Или ноль? Ну почти минус. Ну ноль это не минус. Ну как же так? Да? Правда?
Так, я возьму тогда. А, это не минус, но и не плюс. Это... Ой, она ржет. Или мне послышалось? Нет, что она у нас... Тут тоже пар. Прохладно. Ну, так, ладно, я пошел ставить детектор. Давай, удачи. Ему полная пизда. А я тоже пошла. А вот на улице какая температура у нас? Ну, это надо стоять и ждать, и я не буду стоять и ждать, чтобы оно опустилось там речь. А, все, да. Вы идете? А вы что? И я иду. Че говоришь? Ладно. О, нихера себе, вот эта лазерка. Какой бесполезный фонарик в этой игре. А где эта комната? Это? Это атмосфера. Да. Ой, здесь включили свет. А? Вдруг на Ой. Стену нужно направить на какую-нибудь. Почему? Нет, это не это. Ком... А, это радио. Все правильно сделал, Егора? Да. Все, мне плохо, ребята, я ухожу. Я не хочу что снова такое? Умирать. А что Беги. Случилось? Это а бесполезно. Что? А что случилось-то? Ай! Что случилось? Все просто страшно. Страшно. Я выключу эту шарманку, Сана. Все. А у меня ничего не... А у меня не было ничего, как... Слушайте, ультрафиолет не показывает ничего. Странно. Точно сюда? Ну да. Самая странная комната из всех была. Но минуса здесь нет все-таки, поэтому... Может, над нами что-то есть? Минусовой температуры нет? Нет, пока только ноль, да. Котяна Диксон, ты где? А вот теперь есть минусовая. Да? Ага, супер, минусовая есть. А вы слышите музло? Да. Это призрачный огонек был! Где? Где? Только что у меня перед носом. Светяшка, вот-вот-вот-вот! По камере видно. А, да? Ой, ёпта! Ой, звонок! Ой, я пойду отвечу. Температура минус 10 почти. А разве... Нету. А что... Там вспыхивало что-то. Ставим минусовая температура. Я поставила уже давно-давно. Пойду-ка я камеру посмотрю. Дай? Давай, Егора. Котян Диксон, ты где? Я Котян Диксон, ты дружелюбный? А это вообще не разговорчивая особа какая-то. Сколько тебе лет? Лазер пишут. А у меня нет лазера. А у кого есть лазер? А, так вот ну, же он. Он здесь стоит, стоит рядом с камерой. Точно, я думала... Ой. Это не я. Это не я включил. Не я. Ну пойдем, значит, отсюда. Но МПшка молчит. Никакой активности нет. ЛПшка. Слушайте, значит, у нас МП пока что вычеркиваем. Лазерный проектор хрен. Ой, сучка, закрыла дверь. И она... Макс! МП было, но не увидел 5 или нет? По-моему, 5. А может и нет. Я... Ты видела? Нет. Я на кокну... А, она прям на нас шла. Да. Она сейчас дойдет. Как ты могла их нее не увидеть? Я очень... Убегаю. Я не знаю, мне просто повезло. Мне просто повезло. Мне тоже. А как убегать? Так. Ну... Ногами. Блять, тихо. Ой, блин! Она идет на нас, она прям на нас идет. Пиздец, ребят. МП-5, МП-5. МП-5. О, у Насти жопа ничего, смотри. А куда смотреть? У тебя жопа прям как будто. Да, у тебя МП. У тебя прям такая. А вы тоже ничего, девчонки. А, ну что ж, девчонки. Да, вы тоже прикольный. Но смотри это... на мою. Смотри на мою. Так, ладно, я покинула. Ну, она за кофтой. Она кинула блокнот. Это полтергейст. Убегаем. Помечаем! Так, Егор... А, тут такого нет. Кидайте предмет, у меня такого нет. Да, в том-то и дело. Куда идем?
Надо почитать, кто-то из них тоже может бросать, видимо, предметы. Может, это Егора уже умер? Не, он не может блокнотом кидаться. Реально? Он может только... А мы ждем, пока нас убьют, правильно? Бля, мы дождались. Мы дождались. Вот лошадра такая. Чё-то орут. Нужно брать камеру и увидеть, пока ты увидишь призрак на огонек, если его не будет, то это Юрей, если будет, то это он, потому что я увидел, датчик сработал. Хватит стоять, не вижу, ну серьезно, а куда... О, ёпт! Она с серпом, бабёна! А голос молодой. Вот девчонка какая. Слушайте, а куда идти-то, вы говорите, хватит стоять. А куда идти? А вы мне скажите, куда идти, а я пойду. А вот сюда, сюда я пыталась пойти, здесь не идется сюда, понимаете? Куда еще идти? Вот атака началась, мне куда идти? Вот куда, вот давайте дальше. Здесь куда есть залезть? Вот есть, здесь есть куда залезть? Может быть, здесь есть? Нет, здесь... Куда? Здесь нет куда, нет, тоже антресоль какая-то сраная. Видите, куда мне, вот куда мне, куда зайти? Здесь, где, есть где спрятаться здесь? Тут тоже где, куда, вот что вы мне говорите? Вот и поясните, вот куда мне пойти? Вот мне куда пойти, вы понимаете? Я бы спряталась, да ради бога. Да куда же мне прятаться? Я же даже просто не представляю себе. Понимаете? Понимаете? Температура. Но теперь-то я считаю, что мы точно... Все нормально? Должны... Ой, мы выжили! Я как я рад, что я... Ау! Это они. Почему ты считаешь? Хоть могу сам с умным видом посмотреть, решить, кто же... Температура и... Какой призрак? Этот. Так. Мы уже, правда, все решили. Стой, подожди. Лазер пишет! У меня разум на нуле, алло! Я ухожу! Это они. О, получается, один. Что да. Это они. Всё, ёпта. Но если сейчас не они... А почему у меня разум на нуле? Это будет просто катастрофа. Это будет просто жопа. Почему он не восстанавливает? Мне не надо тогда такое. Но он теперь не восстановится, если только таблетки не купить. Лазер отметили? Да. Ой, а вы же не слышите. Ну, это... Только я так и не понял. Ну, вроде что? Егор сказал, что лазерные, да. Ну, обнимаются. Поэтому, наверное, это они, получается. Обнимаются. Ну все, мы ставим они. Все, обнялись. А, ну, кстати, да, давай. Сейчас посмотрим по камере еще. Давай. А, камеру уже забрал. Ладно. Ну все, тогда они... Уйдем. Поехали. Ну? И в этот раз не угадаем. Ну? Мы реально... Мы полные нубасы. Нубо... Ура! Реально! Тише! Настя так заорала, что у меня аж перепонки чуть не лопнули. Ой! Ой! Я пойду... У нас фотокамера приоткрыта! Ребят! Ура! Давайте фоткать, скорее фоткать, давайте. Третий уровень. Когда там сложность хард можно сделать? А чё Егора вышел? Он достиг цели. А, кстати, нет, у нас есть и направленный микрофон, и фотокамера, и датчик движения есть. Чё мы тупили? Что? Он просто, оказывается... Короче, тут очень запутанный интерфейс, но, в общем, это у нас есть всё. Что? Пиздяу. Что? Что еще раз? Всего лишь направленный микрофон, фотокамера и датчик движения. Вот эти три штуки, они у нас есть. Как здорово. Как круто, мы такие богатые. Так, сейчас я куплю все это. Стоит это, конечно, недешево. Направленный микрофон, датчик движения $100 стоит. Егор! И фотокамера. О! О!
Отойди-ка. Здравствуйте. Отойди-ка, ты где был? Я случайно вышел, я случайно вышел из пати. А у тебя какая-то навороченная карточка. Да. Steam агентство новичок. А, он новичок, он вообще первый левел. Он реально бошка. Сложность можно? Макс, можно сложность убирать? Точнее, дать. Нет, это на 10-м только. Ёб твою мать. Ну и ну. Но зато у нас теперь есть датчик движения, фотокамера и направленный видеомикрофон. Ой. Я буду фоткать. А где фотик купить? Так. А я купил уже, я положил один фотик. Я буду датчиком движения. Почему я не могу? Ты будешь датчиком движения? Угу. А я не могу почему-то купить себе сама. Почему? А, могу! Могу. Но я уже у меня 249. А у меня 302. Нормально. Живем. Ну все, мы по сути снарядились, можем это сам. Поехали. Езжать. Выберите карту. Сейчас выберу. Но этот дом слишком большой был. Давайте выберем, например, первый самый, он был неплохой. Так, это у нас теперь мы готовы. Поехали. А? Да! Властецкая. Ну, наверное. А, подожди, я... А, ага. Я думал, ты спросил, ты где детская? Я говорю, да. Там же была комната детская, и там... Там была комната детская. Время. Позднее время. Это что такое у нас за бубльгум здесь? Так это... Микрофон. О, я был на микрофоне. А это датчик движения, наверное. Ладно, да. Я просто с фонариком буду ходить и разговаривать пытаться. Вот возьмите датчик движения еще. А что такое? Ага. Guest field meter модель. Что это такое? Что это? Настя, возьмешь камеру тогда. Я взял камеру. Да, пусть. А что такое guest... Фу. Что у меня в руках? Посмотрите, что это? Это ЭМП. Если, короче, активность призрака зашкаливает, он будет... Фотик. Это самое. Только ты его включай на правую кнопку мыши каждый раз, чтобы он красненьким горел. Ага, спасибо. Макс, а микрофон это для чего мне? Ну, нам нужно будет... Я не знаю, кстати, нам нужно будет поставить его, видимо, куда-то. Так, нет, я слушаю, когда я ставлю, когда я нажимаю правую кнопку. Тогда, да, тогда нужно будет тебя слушать и смотреть. Тут я камера в... стоит. Я в стену иду. Так она, да. Она, да. Опять котики собаки. Смотри, на Оливера похож. Где? Вот. Подожди, ничего. Жопа. Сладко. С градусом подходите? А я, у меня его нет. Где? ЕМП подходит? У меня его нет. Что? У кого ЕМП? У меня. У Насти. О, картина упала. Прям на глазах? Да. А где ты? А ты где? Вот здесь, в гостиной. В гостиной, вот здесь. Я МП. Ага, МП, да, дергается чуть-чуть, но чуть-чуть. Как зовут? А пофиг, наверное. Ты где? О, тише, я кого-то слышу. Зовут Карен Петит. Да, хорошо слышно было. Я просто Карен спросил, Петит, где. Он отвечает только одиночкам. А сейчас мне отдохнули, хорошо, так громко я услышал. Ну это всем, да, отдохнули. Кто-то взял радар. У Макса. Какой? Какой радар? Движение. Я спрячусь. Я считаюсь одиночкой. Где ты, говорю? Ты дружелюбный, говорю? Нет. Не хочет. Хорошо. Я тогда вот здесь вот похожу, я вот так вот похожу, просто пройтись. Вот это. Я вот так пройдусь, вот так. Вот так пройдусь, вот так. Блин, напугал. Я думала, кто-то здесь ходит, а ты тут тихонечко шарахаешься.
Что это? Где это вообще? Где мы? Куда мне спрятаться, чтобы стать одиночкой? Ой, Ляля гавкнула, я испугалась. Я тоже испугалась. Я тут одиночка буду? Слушайте, мне кажется, он близкий. Привет! Где ты? Да я не одиночка здесь, я повсюду вместе с кем-то. Я... Ты можешь в подвал спуститься, вон, спустись в подвал. А где я? Фу, как мне... Я выхожу и захожу обратно. Я слышал его, прикинь. А как? Чё? А где подвалы? Вот, внизу. Вот. Ну, я пошла. Думаете, в подвале? Давай. Ой, меня закрыли. Меня закрыли, что ли, ещё? Да вы что? Да ты что? Куда ты идешь? Ты почему здесь? А чё тебе ответ? У тебя же рации нет. У меня есть рация, вот она. А, все, ушел. Блин. Никакой интимности нет, не дают покоя. Привет, ты где? Где ты? Ты дружелюбный? А лет сколько тебе? Боже. Ладно, давайте оглядимся. Вот здесь где я могу спрятаться? Да, вот. Ой, я их слышу. Вот тут вот бы, где бы я спряталась здесь, по-вашему? Есть предложение? Нет. Здесь некуда прятаться. Вы что думаете, призраки такие? Ну вот здесь вот, короче, расставим им пряталки. Вот здесь спрятаться, чтобы они от нас могли. Хрен там, вот здесь вот можно спрятаться, я знаю. Вот здесь можно. А если бы я оказалась внизу, застанута врасплох... Вот что тогда, вот, да? Вот здесь этот, блин, чертово привидение, вот именно в этой комнате. Чертово привидение? В какой? Я уверен. В какой комнате-то? Вот в этой, здесь, вот в этой комнате, в детской. А, как и в прошлый раз? Я не знаю, я просто уверен, что здесь. А, просто ты так чувствуешь? Ну, мне подсказывает... Игрушки, которые здесь расположены. Ох. Обожди, а МП? Тут в говне простыня. Я вам штуку вводил. Вы видели? Что? Это молния за окном. Я игрушки забираю, мне пох. Подожди, а мне нет, мне нужно... Чего ты? Ты игрушки забираешь? А почему вы все здесь? Как мы достучимся-то до него? Вот он, нет, слышь! Я его слышал. Это за окном же просто, да? Я включил микрофон этот самый. Тьфу. Я слышу его. А, по микрофону? Надо прятаться, значит, вот здесь где-то. Извините. Слушайте. Ну... Тухленькие какие-то привидения. Привет, ты здесь? Привет, ты дружелюбный? Я сейчас, знаете, что поняла? Что я вообще даже, кстати, не знаю, что нам надо делать. Мы ж просто... А кто-нибудь вообще знает? Они ушли. А что нам нужно делать? А что нам нужно вообще... Всё. Нам осталось последнее задание. Ну и определить. Ну и типа, да, привидение. А вы что-то увидели? Я же говорю, я слышал. А все, это все, что у вас есть? Да. Ну, это микрофон Яна за... Красиво. Я люблю грозу, а вы? Я очень люблю грозу, только не видно ходить непонятно куда. Ой, заплутала. Поставил. А здесь прятаться можно, да? Наверное. Вот здесь можно Нет, здесь нельзя прятаться. Вот что вы, как вы думали? Ага. За жопу торчит. Гиперфиксация на жопе. Я, да, поднимаю жопой 125 килограмм. Хочешь такую же, пойдем. К нам в гости. Вот у меня такая жопа сидит. Ну и чего? Бу! Угу. Я справа услышал, как ты там в комнате это сказала. Блин.
Ну и говнина. Мы чё ждём? Чего-нибудь? Огонька. Погоды, но мне кажется, что нет ничего. Не, огоньки только когда камера в руках, я загуглил. Тогда силуэта. А, но нет, обычно... плотный в экран в фургоне. Это обычно при атаке видно вообще. Сейчас там, наверное, не атака просто. Некому нападать. Не на кого. Пойдем спровоцируем его на атаку. Ты идешь? Идем. А он на одиноких нападает. Ну, а пацаны, поговори с ним по этому. Я пытаюсь, он мне нигде не отвечает. А в той комнате. Ты повсюду здесь. Я не одинок. А здесь. В той комнате это, говорю. Ребята, в какой той? Здесь уже дымок есть. А он и пошел нафиг, ничего он нам не дает. В какую комнату ты хочешь меня? В детскую зайди. А где она? Сзади. А... Настя. Пойдем. Настя, вот сюда. Вот сюда. И вот сюда. Ага. Спасибо, всем пока. Давай, закроем дверь. Ой, как будто эти обои со звездочками светящимися, знаете, такие. В темноте. У моей подруги такие были. Ой, как я любила эту комнату. Привет, ты где? А сколько тебе лет? А ты дружелюбный? Так может быть, имя надо говорить? Сколько тебе лет? Да иди ты в жопу, ты мне что не отвечаешь-то нигде. Алло, ку-ку. Да нет. Да тут тихо и пусто. Выпустите меня отсюда. Никого. Да. Да. Давайте материть его, что ли. Боже. Фрик, давай выходи. Эй, как его зовут-то хоть? Слушайте, может, все-таки эта комната гостиная? Да здесь вообще везде МП тишина. Ну, кстати, а ведь он же не обязан даже нам это показывать. Нам же МП не обязан. МП, да. Ой. Да блин, да иди нахер! Ну я только сообразила, что мне надо убегать. О, мужик! А, это женщина, извиняюсь, простите, ошиблась. Ребят, честное слово, сейчас собиралась дать дёру. Собиралась, просто чуть-чуть запоздала. Ну, капельку опоздала. Я прям собиралась, у меня уже даже рука на мышку легла. На кнопку. Да. МП, кстати, было. Да, кстати, было МП, правда же, было. МП было, вот. Да, МП было. Сейчас я всем скажу об этом. Я сейчас всем об этом сообщу. Ребята, МП было. МП было. Прием. Да, поставили. Поставили. Сделали, ребят. А что еще у нас было? Лазерный проектор не было. Призрачный огонек как будто бы не было. Ну, во всяком случае, мне об этом никто не сказал. Я пойду следить за ними. Что они там? Спрятаться не успел. Вот тебе, на тебе. Я же знала даже, куда. А по внешнему виду вот этого засранца можно определить, нет? Вот это была какая-то женщина, похожая на мужчину, но это тут предрассудки чисто. Песни поет. Бля, я прям на неё столь наткнулся. Ой. Всё? Ой, как красиво ножки-то. Привет. Здрасте. А чё было? Ой. А я хотел спрятаться в шкафу, походу прям на неё напоролся. А в этот шкаф ты не спрячешься, я пыталась, он непрятабельный. Пойдем отсюда. Я в темноте не видела, чисто такой, что-то открывается, ну попробуй. А где они? Вон. Где? В детской. Точнее, в шкафу.
Да ёпты налево, что же я тут этот заплутал опять? Чё? А, так, кстати. А как ты это знаешь? По звуку? Давай смотреть, ну, да. Кого. А, они в шкафах. Она идет, вот она идет, вот она. Она сейчас кокнет Яном. Или это его? Она зашла? Она зашла. Блин, камера опять у меня. Ёпарасоте, ребят, сорьки. Простите-ка, пожалуйста. Ну просто извините. Сейчас я. У тебя камера, Настя. Да, да, спасибо. Я уже чиню. А вы все. Ой. Чего? Вы все умерли, да? Слушай, ну как будто. А, ты же не знаешь. Ты же не слышишь. Привет, ребята, заново. Всем привет, здравствуйте снова. Всем здравствуйте опять. Я все еще мертвая. А что, Егор только жив остался? Да. Блин, а где страшилка? Я думала, это страшная игра. Не, ну правда. Вы кто после так думал тоже? Little Company уже все. Это из-за этого? Это из-за этого? Ну, я думаю, что в том числе. Я ж... Да что же это? Капец, я возьму реванш, я сыграю в очень страшный хоррор на Твиче, понятно? Я думала, я буду бояться, я собиралась бояться, я прямо была нацелена на это. Я подозреваю, что это джин, я уезжаю. Подожди, стой! Мы же не вы это самое, почему ты так думаешь? Почему джин? Потому что у нас МП было, ультрафиолет есть, блокнот, я не обратил внимания, может быть я просрал, но в блокнот никто ничего не написал пока. Огонек был, пишут. Кто? У нас кто? Был ультрафиолет. Где был огонек? Я тоже не знаю где. Ты камеру брала в руки, чтобы увидеть огонек? Нет. А что ты меня ругаешь? А что ты меня ругаешь? Значит, не было. А. Угу. Пон. Ну все. Я считаю, что это джин. Еще потому, что радиоприемник у тебя не работал. Чего? В блокноте написано. В блокноте. Не работал. В блокноте написано. Это мюлинг. В блокноте написано? Да. А что написано? Покажи. Там, да, ну написано так, в блокноте. Сходи. А, значит, куда ходить? Будем. А куда идти? Слева, говорит. Ёпти. А так ведь не видать же ничего. Ой. А где блокнотик-то? Блин. Вы чё? Ребят... Это джин. Ёпта, ну я ж сказал джин. Ну ёпта, а кто сказал, что в блокноте написано? Я сказал. О, открыто распятие и карта школа. Школа, школа. О, а, у меня новый уровень, восьмой, поэтому. Простите, чего вообще? Почему? А почему в блокноте же было написано? Макс ведь не будет врать. Да. Понятно. Не буду. И что это? Ну мне как будто бы. Ну нет, мне не показалось, там что-то было. Ну чё, всё? Пошло оно всё. Нахер. Это был джин. Все, заканчиваем игру. Получается так. Получается так. Пошла она. Удали ее. Удалю. Я удалю ее. Что зря я покупал ее вчера. А что, она за деньги? Мне просто Егор просто так дал. Да, я за 385 рублей купил. Ты с моего аккаунта просто играешь. А смотрите, у нас есть даже вот такая вот... Как ее зовут? Композиция. Всё. Скелетон. Это наше достояние семейное. Всё-таки. Но если вам, ребята, еще хочется поиграть на то, как мы будем играть, смотреть на то, как мы будем играть, скоро них. Вот это у тебя заживало! Тебя Бог отводит от этого анонса.
Да. Нет, это не анонс, просто скоро кое-что, какое-то видео, возможно, будет, где кое-что там будет. Кое-когда, кое-где, кое. Да, да, а у нас, вот сейчас здесь мы посмотрели, как не надо, как быть не должно. Я хочу удалить этот стрим, реально, ну что за нахер? Удаляй. Удалю. Мы какие-то маленькие неудачницы. Мы на бошке. Ну бошки реально. А ты так-то напиши. Ну бошки играют в фосмофон. Мне все пишут в школу, последнюю в школу. Ребят, кто в школу так хочет? Так вы что, школа же огромная, там на 4. О, давайте, школа же классная. С ума сойдем. А это разве не хорошо? Сойти обычно туда идут там в шестером, восьмером. А так можно? Ну, по-моему, да. Точнее, не по-моему, а да. Пойдем вчетвером. У нас собаки. У нас 5 собак. Да ладно. Не, ну можно. Я думаю, что ну давайте, давайте. Если сейчас на середине будет дерьмо собачье, мы выйдем. Понятно? Простите. Просто давайте, давайте. Просто как нам повезет. Давай. Чтобы игра слышала, мы это... Ой. Сейчас, простите, у нас чё? Такая техническая шоколадка неприятная. Че? Я сейчас отвечу Егору в чате в секретном, ладно? Интересная шоколадка у них там. Я хочу какать, такая шоколадка. Вот, я хотел сказать только что об этом. Стоп, а Егор, ты сказал на стриме или так сейчас? На стриме. А, шутка. Ну все, короче, погнали, я поняла, секрет такой себе у нас. Потом расскажу. Угу. Да? И пойдем. Ладно. Так, ну я вроде взял некоторые... О, камеру надо взять. А как же у нас тут есть... У нас благовоние можно у нас. А, фотокамера. Соль можно? Соль можно. Нет, соль нельзя, распятие можно. А распятием кидаться надо? Распятием кидаться? Оно может спасти во время атаки. Да. А бросать его, да, нужно кинуть? Ну, по-моему, просто в руке надо держать. А может и кинуть, я не помню. Сложность поменять, опять пишут. Ребят, нельзя сложность поменять. Пока у нас не 10 уровень, нам нельзя менять сложность. Мы, ну, бошки. Написано, распятием можно держать в руках или просто положить, чтобы остановить одну фазу охоты. Ну, можем взять на всякий случай. Возьмем все. Давайте все возьмем. У нас же есть вот такая финансовая. Чего, Егор? Теперь крутой термометр открывается на уровне 36. Офигеть. А сначала лоховской. Жесть. Ну, то есть старый термометр. Да. Так, сколько играть нужно? Какой ужас. Школа, школа. Неужели... Чтобы... А? Чего? А? Не, я хотел сказать, что если у обычных домов здесь, тут пишется типа квадратура или что это, я не знаю, x16. Егор, ты готов или нет? Ох, а у школы x58. Как Гагарин и Титов. Жесть. Чё, x? Это одинокая стоящая заброшенная на несколько десятилетий, она была закрыта после череды подозрительных смертей. О! Чего вы говорили, какой? Чего-чего? Пендинг? Вот, Софи, по карте можно посмотреть, насколько она большая. И тут два этажа. Я возьму фотик. А у нас есть фотик? Надо было... Back to school пишут. Я беру EMP. Сфотографировать призрака. Остановить призрака при помощи распятия. У нас есть шансы. Вот распятие, возьмите. Достичь среднего рассудка. Агась. А я буду разговаривать. Я буду светить фонариком. Взяли? Возьмите кто-то, я боюсь. Давайте я возьму, ладно. Я крутая. У меня уже нет мест просто, да. Ёб твою налево. Ой, а чё нихера не видно? Мы в космосе. А, тут школьный автобус, смотрите. Нихера. Пойдём. Себе, круто. Да. Нельзя. Не пускает. Блин. Не вижу ничего. Как красиво! Я пытаюсь понять, правда. Ну вот сюда можно перелезть? Нет, здесь нельзя пройти. Мне кажется, по кругу надо. Ой, а мы же даже не сможем... Мы же... А, вот, ребят, вход здесь.
Вот это да. Жесть. А как мы выйдем отсюда? Больше никак, да, как будто? Это последний раз. Ладно. Так, ребят, сейчас я сразу на фотике. Куда прятаться? Оставайтесь на свету, чтобы оставлять рассудок свежим. Нам наоборот нужно его понизить. Да? А, отвечает одиночком, да. Точно. Не то чтобы я хочу и сейчас. Тут даже с фиолетовой лампой ходить, чтобы найти хоть один отпечаток. Ага. Куда прятаться можно? Если что, я сфоткаю. Так, дети. Сели. Сели, директриса. В здании. Ладно. Сегодня у нас урок музыки. Поем. Шам. Ой, хорошо, что тебя плохо слышно, пишут в чате. Ага. Что это, я на выход пошла, что ли, дура? А я сейчас ошибку ведь совершаю очень сильную. Да от тебя тоже не скрыться, не спрятаться, ладно. Я хотела уединиться. Гих! Гих! О, простите, все, извините, все, простите. Я потерялась. Софи Уотсон, привет, ты где? Блин, со мной не хотят дружить. Спасибо за «Будь здорову». Я надеюсь, буду. Хотелось бы. А то мне снимать видео послезавтра, знаете ли. Привет, спортик! Футбольчик! Мальчики походят на... Или что там? Что за платочки? Ах ты! Приколист. Здрав, ножички плавно переходят на улицу. Чё сутулишься? Трапеция норма отработал, спарринги. О, тут, кстати, температура падает. Да? А вы когда-нибудь были в заброшенной школе? Я был в заброшенном детском лагере. Это ты мне рассказывал, и как тебе? Страшно. Понятно. У нас в лагере была легенда о первом корпусе, который был заброшен. Поговаривают, что там кто-то покончил. Кое-что покончил. А что ты без куртки ходишь? А, она в стене у тебя. Абсолютно. Кстати, просто видно ровным счетом. ЕМП, ЕМП в норме. Я не понимаю, как мне идти вперед, если я вообще просто вот глаз выколи. Темнота. Как мне идти вперед? Тьфу. Я все это время, что ли, неправильно играла? Ну, честно? Что, у меня не применилось, что ли? Применилось. ЕМП ничего не показывает. Ничего не изменилось. У меня все еще как в жопе темно. Ну, чуть-чуть поярче, ладно, если честно сказать. Да я 230 захерачила. Я ухожу. Привет. Я не могу все никак остаться одна. Да, ой, писать. Сюда писать? Как на второй этаж попасть? Это пить. Нет, это пить. А, это не писать? Да, вот они, американцы. Сначала в подъездах. А куда мне прятаться, если на меня нападут? Нужно скорее бежать. Да. Так привидения летают же некоторые. Когда ж от них бежать-то, если они летают? Через окно. Чего? Он отвечает одиночком. Бесит меня. Давайте материть. Софи Вотс. Софи Вотс. Но я не одиночка.
Софи Вотс, привет. Ты где? Софи Вотс, ты дружелюбный? Софи Вотс, сколько тебе лет? Призрак, ответь только себе в комнате. Я поняла, спасибо, что сказали. Где комната из 150 и вонная? Софи! Призрак ответит только в его комнате. А его комнату нам предстоит найти. Да. Тут где какой-то все? Какой-то смоки вон постоянно граффити оставляет. Интересно, кто это? Ну, он не умеет рисовать. Вот эти умеют. Ой, а вот они. Ой. Ой. Я говорю, что за призраки, блядь, идут за меня. Тут температура тоже немножко падает. Ничего нету вообще, ЕМП ноль. Это что? Нет, это они стоит на месте тоже. Руки моют. Что? Что? Где паранормальщина? Ну, ребят, здесь ее еще сложнее увидеть, чем в домах. Ну да. Ну здесь вот она вся паранормальщина, правильно? Вот упала табличка. Вот потолок просыпался, это не потолок. Просто деревяшки. Вот еще более паранормальное. О, череп. А у кого камера? Его же нужно сфоткать. У меня. Ой, а я его забрал. У меня. Положи. А? Нельзя. Писить здесь. Прятаться тоже. Да. Мужские туалеты. Как всегда, боссы. Ну, приличный, кстати. Толкан, как выйти отсюда? Вы что, все пооткрывали, блин, и ушли? Ничегошеньки. Это твоя комната, Софи? Вот. Нет. Где-то опущен стульчак, где-то нет. Кто-то брезгливый, кто-то не очень. Я, кстати, стульчак, знаете ли, честно сказать, не поднимаю. Ну, в смысле, вне дома. Вот не поднимаю стульчак. А ведь не поднимаю его. Ну, не поднимаю. Вот так. А вы? А вы поднимаете... А, вы же мальчики, господи. А вы поднимаете стульчак? Я все равно спрошу. В смысле? А? В туалете. Зачем? Писить. Когда по-маленькому... Нет, по большому, блин. Да, по маленькому. Когда ну, когда как, бывает, да, бывает, нет. Когда нет, то есть ты уверен, значит, в своих силах. Ладно, я поняла, да, спасибо. Прицел в порядке. Да. А Егор, а ты? Поднимаешь? Тоже когда как. А когда ты в себе уверен? Дома. Ну да. А в чем разница? А почему? Ну, дома у тебя есть возможность писануть. Маленькие туалеты бывают. Когда маленький туалет, неудобно. Ты понимаешь, что неудобно будет писать? Макс! Макс! А? Привет, я тебя подождала. Пойдем. Я просто ждал, все ждал, в комнате стоял, чтобы температура упала. Она падала, она очень медленно, потом перестала падать. А ты стульчак поднимаешь? Рандомный вопрос. Нет, это не рандомный, у нас целая тема была широкая на этот счет. Это как вы тогда, когда вы вместе были в Зеленограде, мне отправляли в Телеграм голосовые о том, как я подтираю свою задницу. Из этой серии. Да. Ну и, в общем... Ты поднимаешься? Ты поднимаешь стульчак? Дома нет. А где-то могу.
Ага, ну видишь, у всех, короче, так. Мы нормальные. Но я-то, когда не дома, не поднимаю. А зачем тебе этого делать? Ты все равно садишься. Потому что кто-то ссыт прямо на ободок. Ну. Я протираю. Я тоже. Кто-то, это не я. Ну, понятно. Ты тоже за другими вытираешь? Да! Не понял, не понял. Я несу на ободок. Вне дома. Если вдруг я неожиданно попал, я вытираю за собой, убираю. Да ёб твою мать, призраки! Ку-ку, ку-ку, призраки! Заколебали! Они ещё не пришли, блин, до нашей темы. Смоки! Фу, Софи! Всё, блин, Софи, вот. Смоки Мо, ты здесь? Ну тут теги смоковые. Смоки тегает по всей школе, блин. Сколько тут дверей, давай. Всё, мы уже отсюда не... Призраки, конечно. Мы уже не убежим отсюда никогда. Не, ну убежим, я помню, где лестница даже. Дай. Софи Вотс, ты где? Заколебала. Софи, вот ты где, ёпты? Ну давай. Просто, пожалуй. Иди в жопу. Софи, вот, привет. Где? Все, я, короче, знаете, я просто ушла. Побыть одной. Я ушла побыть одной, вот и все. Грустно подышать, нервно. В коридоре где-то. Софи Вотс, ты где? Софи Вотс, ты дружелюбный? Да, ребят. Вот это вы нас отправили. Да. Странно, что это не разбито, а эти разбиты. А еще и это не разбито. Почему просто? Свет не работает. Ёб твою мать. Почему? Где щиток? Я не знаю, как с ним работать. Ребят. Это был план скам. Ребята, нас заскамили, нам не нужно было сюда идти, мы все равно у нас ничего не получится. Ребята, это фазмофобия? Это чья-то любимая игра? Это ваша любимая игра? Ну, то есть... Вы... А за что вы ее любите? Это чья любимая игра? Есть такие? Нажми Б. Я боюсь, вы мне сейчас скажете нажать, блин, я нажму, и меня удалит. Язык. Привет. Мы еще каким-то образом сталкиваемся. Я не знаю, как получается. А где все? Кажется, тут больше нет. Я тоже так считаю. А где они? Тогда выходим, включаем Дискорд. Да! Не знаю. Психанем и выедем, правильно? Любят игра, моя любимая игра Фазма, пишут мне. Ты представляешь себе, Макс? Ну, на маленьких картах еще можно поприкалываться. А вон наш фургончик стоит. Так... Ой, вот если бы он не стоял, вот это было бы интересно сейчас. Вообще призрак, короче, сонный, реально. Ну просто он отдыхает на чиле. Сюда бы Слендермена запихнуть, карта очень располагает. Вот, вот, вот тебе туда надо работать. А мы тут были уже, я вспомнил. Ой, кажется, слышу ребят. Я тоже их слышу. Ку-ку! Ку-ку. Ку-ку! Нет. Ребят, вы зачем нас сюда отправили? Теперь я их не слышу. Софи Вотсон!
Ёпти-мопти. Ёпти-мопти. Ребят. Ну что это такое? Выпустите меня отсюда. Все, оно даже меня не хочет убивать. А я ведь такая мишень. Я же... О, ку-ку! А вы где? Чего? А? Так, я ушла подальше. А где же они ж? Ну это полный, это дрянь. В подвал надо. А где подвал? Ребят, вы где? Ребят. Рабат. Я не мог больше бродить по этим коридорам. Я вышел. Включайте Дискорд. Ку-ку! Это было мучительно скучно. Да это просто, просто говно на лопате. Ну честно, ну просто простите все. Но мне кажется, это должна быть, знаете, как атмосфера старых игр, где ты ходишь по локации, и тебе уже страшно от того, что ты ходишь по локации. Но проблема в том, что тёртые калачи. Если ты один играешь в такое, то да. Ну, то есть я один от вас отстал, то жутковато. А вчетвером вообще не страшно. Я ходил один. Я вышла, да. Нет, я не вышла. Я свернула игру. Это считается за вышла? Я помню, был Слендермен, игра старенькая, в подобных локациях. Вот он пипец какой стрёмный был, и мне кажется, в него реально страшно, можно обосраться. Да. Я играл еще в Слендермена в Гаррис Моди, когда один игрок за Слендера. Это было страшно, жесть. Ну... Ну ладно, ребят, извиняемся за такой скучный геймплей. Скоро исправимся видео. Да! Есть, да, это абсолютная правда. Я правда думала, это очень строгий секрет, но... Уже ну, мы же не говорим, что конкретно будет. Ну, совсем ну, непонятно, о чем речь. Ну, видео, но какое. Да, ребят. Жесть, честно? Честно, ждала Абасратуса. Честно, я прям... Мне вот... тоже. Даже жаль. Я, конечно, не удалю стрим, наверное. Потому что меня просят не удалять, но меня так бесит он, это ужас. Ну, то есть, ну просто мне даже в обыденной жизни так скучно редко бывает, как здесь было. Ну, честно. Я убираюсь веселее, я полы мою, радость. Фасмофобия не прошла проверку временем. Ну, да. Но у Куплинова получалось весело, насколько я помню. Ну, я, мне кажется, у него, если они до сих пор там стримят, то, мне кажется, нет, они сами уже задолбались от этой игры. Все, короче, всем спасибо, блин. Реально, блин, трэш нафиг. Ну, честно. Я даже не знаю, что и сказать, блин. Не грустите, ребят. Всем хорошего настроения! Не, реально. Ну, спасибо, мои друзья, дорогие, любимые, что пришли. Спасибо, что слили 2 часа жизни. Спасибо, что позвала. Обращайтесь! Она не тебе. Я вам. Да? Да. Мне казалось, ты к зрителям обращаешься. Максим, ты реально такая, ну, бошка сегодня. Я вам. Я всем вам, но вам вообще изначально вам. А потом вам. Вау. Anyway, вот. Да. Спасибо большое всем, блин, простите реально, все простите, и вам говорю. Трэш. Ничего. Все ошибаются, бывает. Да, было убого, ничего. Ну я так надеялась на эту игру, я так прямо ждала. Вы, короче, все, чё уже вот это вот сопли размазать? Зато есть новый мем, реально, есть новый мем. Ну, бошка. Да. Прошка, ну, или бошка? На троечку. Ну да, понятное дело, что не прям так. Но не всегда должно быть идеально, согласитесь. И то верно. Даже в компанию друзей можно словить скуку, вот, да. Но мы должны знать, что должно быть отвратительно, да, как бы? Нет, нет, с друзьями мне было не скучно. Игра... Все, идите нафиг. Все, спасибо. Ну просто ожидания оправдались, вот и все.
Вот и все. Ожидание, ожидание это плохо, поняли все. В этот раз еще раз убедились. Все, спасибо всем, ребята. Спокойной ночи всем, что сказать могу. Удачи. Всем спокойной ночи. Всем удачи. Доброй на ночи. ВПР. Всем удачи. На экзаменах. Всем удачи. ВПР какой-то. ВПР, я тоже никогда не знала, что такое. Ну все. Всем спасибо, ребята. Господи, прости, блин. Все хорошо было.